Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Телеканал «Столичное телевидение» приглашает вас на Минский стадион «Динамо», где буквально через минуту-другую начнется ответный поединок первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором футболисты клуба «Минск» примут наших гостей из Азербайджана, бакинский клуб «Олимпик». Вместе со мной сегодняшний репортаж будет вести наш известный белорусский футбольный журналист, главный редактор издания, замечательного белорусского футбольного издания «Все о футболе» Андрей Чепа. Добрый вечер. Здравствуйте, Андрей. Ну что ж, как ваши предчувствия перед сегодняшней игрой? Игра предстоит, мне кажется, не очень простая для минчан. Ну, первый матч показал, что действительно команды примерно равны по классу, и поэтому сегодня, я думаю, решится все. Решится все, и тем более, что в первом матче мы видели, что и команда из Азербайджана умеет атаковать, наша команда тоже умеет. Поэтому сегодня предсказать, чем закончится матч, очень сложно. Подождем 90 минут. Подождем, но тем не менее, возможно, кто-то из вас, дорогие друзья, пропустил первый матч нашего минского клуба, который состоялся в столице Баку, точнее, в его пригороде Шювелан, с таким красивым названием азербайджанским. Там, напомню, команды разошлись миром. Счет в поединке был 1-1. Наши ребята открыли счет. Уже на 11-й минуте Игорь Воронков забил первый мяч в ворота бакинцев, на что через 3 минуты, буквально через 3, да, на 14-й минуте хозяева ответили голом Виктора Ибикои. Так 1-1 завершился первый поединок, а сейчас мы наблюдаем за тем, как развиваются события во втором ответном матче. Ну, наверное, сразу же стоит сообщить, возможно, кто-то не в курсе подсчета победителя по сумме двух поединков вот в розыгрышах Еврокубков. Но схема достаточно проста. В следующий раунд пройдет тот, кто по сумме двух матчей забьет больше. И если команда забьет одинаковое количество мячей, тогда в расчет будет приниматься то количество голов, которые соперники, тот или иной соперник, забьют на чужом поле. Пока преимущество у минчан. Сами понимаете, непростая достаточно арифметика. Если и сегодняшняя игра завершится вот с таким начальным счетом 0-0, то дальше пройдут наши ребята. Но о ничьей, естественно, мы не думаем, а надеемся на успех команды Виталия Тараканова. Ну что же, пока в атаке бакинские гости, они наверняка начнут сегодняшний поединок активно и попытаются озадачить хозяев поля какими-то непростыми ходами, непростыми решениями. А мы имеем возможность познакомить вас с составами играющих команд, с теми составами, с которыми соперники вышли сегодня на поле. Итак, начнем с наших гостей Олимпика Шювелан, клуба из азербайджанской столицы Баку. Под 12-м номером играет голкипер Джахангир Гасанзаде. Второй номер у македонского легионера бакинского клуба Роберта Петрова. Под 3-м номером играет Усим Мндука. Под 5-м номером Агиль Набиев, 7-й номер у Тарлана Набиева, 10-й у Нукзара Квиртия, грузинского легионера. Под 11-м играет Зухир Бенуахи, марокканец в составе азербайджанского клуба. Под 17-м Виктор Ибикои, нигериец. Под 19-м номером играет Гусейн Ахундов, 20-й номер у Менсура Лимани, албанца. И, наконец, 24-й у еще одного легионера, болгарского футболиста Эньо Крастовчева. Ну, а сейчас, наверное, посмотрим за тем, как завершится этот эпизод. Хотя есть, наверное, какая-то паузочка. Андрей, может быть, состав белорусов вы... Ну, наверное, так быстренько представим хозяев. Итак, футбольный клуб «Минск» сегодня выступает в следующем составе. Номер первый – Симас Киндерис, вратарь. Номер второй – Игорь Воронков. Номер пятый – Александр Сачивка. Номер шестой – капитан команды Андрей Разин. Седьмой – Денис Сащека. Одиннадцатый – Евгений Лошанков. 17-й – Николай Зинько. 18-й – Дмитрий Щегрикович. 20-й – Артем Рахманов. 29-й – Николай Осипович. И 30-й – Таина Сорок. Главный тренер команды – Виталий Тараканов. Ну и смотрим, чем закончится этот штрафной. Да, 3 минута поединка, и гости получили право на весьма перспективный штрафной. Удар хорошо, хорошо, здорово. Наша стенка расположилась, и этот удар был принят в ее стройные ряды. Вообще, мог бы, конечно, поудачнее пробить Эню Крастовчев. Как-то неакцентированный удар получился, неплотный, поэтому особых сложностей для футболистов Минска отразить этот удар не было. Тем не менее, бакинцы продолжают атаковать. Вот правым флангом атака это развивается, но мяч уже ушел, покинул пределы поля. И сейчас Симас Киндерис ведет мяч в игру ударом со свободного удара из пределов вратарской площади.
Как вы видите, несмотря на все опасения, ну и футболистов Минска, и журналистов, которые они высказали на предматчевой пресс-конференции, все-таки поддержка у футбольного клуба Минск, ну, пока что, назовем ее так, внушительной. Ну, в тех размерах, которые обычно приходят на матчи команды Виталия Тараканова и в чемпионате Беларуси. И, собственно говоря, вот эту поддержку мы с вами и наблюдаем. И слышим, кстати, тоже очень хорошо, что она такая громкая и, ну, впечатляющая. Ну, наверное, стоит еще вспомнить и о тех, кто же рассудит сегодняшний спор, сегодняшнее противостояние. Андрей, пожалуйста, представьте арбитров. Итак, судейская бригада сегодня из Болгарии. Главный арбитр Ангел Ангелов. И его помогают. Минуточку. Продолжается атака наших футболистов. Зинько. Хороший удар, мяч в воротах. Итак, мы открыли счет, дорогие друзья. Вот это да. И кто? Евгений Лучанков, смотрите. Обладающий невысоким ростом. Невероятный вжик. Он просто оказался в нужное время в нужном месте. Вжик — это давняя и старинная, столь любимая Евгением и его поклонниками кличка. Как здорово подрезал он мяч. И он влетел, перелетел через вот этого человека, через голкипера команды «Олимпик» Гасан Заде и оказался в дальнем углу. Ну что ж, по-моему, начало очень приятное и очень радостное. Да, и я хочу сказать, что здесь, конечно, Николай Зинько проделал огромную работу на правом фланге, прошел защитника и сделал, мне показалось, даже нацеленную передачу на Евгения Лошанкова. И тот сумел направить мяч в дальний угол. Ну что ж, похоже, выход Зинько в стартовом составе явился неожиданностью для гостей. Напомню, что в первом поединке в Бакинском Зинько вышел на поле, ну, за 7 минут до окончания поединка, окончания основного времени, и наверняка не успел запомниться хозяевам поля, бакинцам. И вот смотрите, не ожидали они, наверное, такой шустрости, скажем так, от Николая Зинько. И практически его можно полные соавторы этого взятия ворот назвать. Но, видно, наши гости не смотрели матч против «Шахтера» последний, который футбольный клуб «Минск» провел в понедельник. Там Николай Зинько вышел в стартовом составе и очень даже неплохо смотрелся на фоне своих партнеров. Ну, наверное, мы закончим с арбитром. Итак, Ангелу Ангелову помогают сегодня Николай Ангелов и Венцлав Гаврилов. Резервный арбитр Александр Костадинов, инспектор матча Патрицио Абрудан из Румынии и делегат УЕФА Мартин Эстерхази из Венгрии. Ну, вроде бы все формальности выполнены, да, конечно же. Все необходимые для заполнения протокола графы мы вам озвучили, дорогие друзья. Давайте теперь уже не будем отвлекаться от футбола, от того, что происходит на зеленом газоне стадиона «Динамо». А здесь футболисты Минска собираются и организуют свою новую атаку. Но, к сожалению, она развития такого окончания, точнее, не получила. Ну, мне кажется, все-таки у наших футболистов есть преимущество в том плане, что они привыкли играть больше все-таки на естественных полях. А мы знаем, что в Азербайджане наши гости выступают на искусственном поле. И переход с одного покрытия на другую, конечно, чреват различного рода последствиями. Тем более, что в Азербайджане сейчас межсезонье. Команда еще не смогла как следует подготовиться. Естественно, небольшое все-таки преимущество есть у футбольного клуба «Минск». И я надеюсь, что мы сегодня воспользуемся им. Об этом, кстати, говорил и главный тренер гостей товарищ Сулейманов, когда вот на предматчевой пресс-конференции он оценивал шансы на выход в следующий раунд Лиги Европы. Он говорил о том, что вот не успели потренироваться наши гости на стадионе «Динамо», на его поле, как начались некоторые, он их назвал микротравмами. Но, как известно, микротравмы имеют тенденцию или вдруг рассасываться. Ну, определяющего значения, во всяком случае, они наверняка не имеют. Так что будем думать о том, что такое хорошее начало, это будет таким прологом к замечательному венцу, к замечательному завершению сегодняшнего поединка. Я даже знаю, какой вопрос будет задан Виталию Тараканову первым на послематчевой пресс-конференции. Это была такая задача — забить в первые минуты, или так получилось? Обычно об этом спрашивают журналисты. Ну, я думаю, что любопытным журналистам Виталий Юрьевич, конечно же, ответит, что вряд ли сложно предположить, наверное, какое развитие примет поединок, тем более в его начале, и поэтому, ну, счастливое стечение обстоятельств, хотя мастерства никто не отнимал ни у Николая Зинько, ни, конечно же, у блестящего Евгения Лошанкова. Так здорово подрезать может настоящий мастер.
Главное, чтобы последовало продолжение. Вот сейчас интересно посмотреть, минчане закроются или будут продолжать такую же вот довольно-таки активную игру впереди. Мне кажется, эта дилемма написана вот на лице и у Виталия Юрьевича Тараканова, которого вы только что видели на ваших экранах. Возможно, он даже и сам не ожидал от своих подопечных такого быстрого, такого энергичного, шустрого начала, самое главное, голевого начала. Ну что ж, Игоря Воронкова уронили в центре поля, и сейчас минчане ведут мяч в игру штрафного. Будет, наверное, Артем Рахманов это делать. Вот он завоевал место в основном составе, потому что в начале сезона он не часто появлялся. А теперь своей уверенной игрой по праву застолбил место в центре обороны столичного клуба. И мы видим, что и в матче против «Шахтера», и в первом матче он неплохо выглядел. Я думаю, он заслужил место в составе. Попытка пробить Николая Зинько неудачная, но ничего страшного. Будут еще попытки, я думаю. Я думаю, количество обязательно должно перерасти в качество. И мы еще увидим, ну, очень хочется увидеть еще... Еще и мячи в исполнении нашей команды. Забитые, конечно же, мячи. Но пока атакуют бакинские футболисты левым флангом. Развивается атака. Навес в район 11-метровой отметки. Но здесь весьма внимательные и аккуратные минские защитники. Они мяч вынесли. Это Дмитрий Щегрякович слева играет сегодня в защите. Интересно посмотреть, как он будет выглядеть на этом месте. Не часто ему приходится играть в обороне. Но довольно-таки опытный игрок. Еще один хороший момент. Посмотрите, какой момент. Ну, надо бить, бить. Точно, сильно. Есть! И Денис Сащека удваивает преимущество. Вот это начало. Вот это здорово. 10-я минута матча. Еще один невысокий футболист в составе футбольного клуба «Минск» Денис Сащека. Ну, как здорово он разобрался в этом эпизоде. Посмотрите, ушел от вратаря, обыграл его. И спокойно, хладнокровно посмотрел, где располагаются защитники, защищавшие ворота в том эпизоде. И посмотрите, какая безудержная радость на лицах фанатов горожан, фанатов футбольного клуба «Минск». Здорово. Такого начала, я думаю, не ожидал никто. 11-я минута, всего лишь 11-я минута пошла со стартового свистка, как счет уже удвоился и стал весьма приятным и на слух, и на глаз. Ну что ж, дорогие друзья, констатируем, что дополнительного времени в этом противостоянии уже не будет 100%. Я думаю, больше всего рады этому арбитру, потому что арбитрам как-то не очень еще 30 минут лишних проводить на поле. Ну что ж, работа у них такая, поэтому... Ну, вообще, честно говоря, когда вот забивал Сащека второй мяч, мне также показалось, что он упустил момент для удара и уже искал кого-то в центре штрафной площади, чтобы сделать передачу. И потом, увидев приближающегося вратаря, все-таки нанес этот удар, как показалось, с пыра, как у нас говорили в детстве. И не прогадал. Ну что, Назим Сулейманов, не получилось, наверное, главный тренер гостей грустит, очень грустит по той причине, что, ну, во всяком случае, вчера на предматче, опять же, повторюсь, пресс-конференции, он выглядел гораздо бодрее и оптимистичнее, высказывал надежды на благополучный исход, держал перед журналистами ответ за те слова, которые он сказал после первого матча. Напомню, тогда прозвучали слова, которые, ну, зацепили, во всяком случае, болельщиков нашего минского клуба. Тогда Назим Сулейманов сказал, что и будь такое, ну, не знаю, волшебство, если бы футбольный клуб Минск играл в чемпионате Азербайджана, то он бы там среди фаворитов не был и, возможно, даже не вошел бы в шестерку. Но пока, как вы видите, все это дело... Я думаю, вопрос тоже возникнет на послематчевой пресс-конференции. И я думаю, что многие болельщики, особенно со стажем, помнят Назима Сулейманова как великолепного футболиста бакинского «Нефчи», позже владикавказского «Спартака» Алании. И, кстати, там партнером по атаке у него был Михаил Мархель, известный наш футболист, бывший игрок сборной Беларуси, ныне главный тренер юношеской сборной Беларуси. И мы помним, что действительно он был одним из лучших азербайджанских игроков того периода. Ну, кстати, Назим Сулейманов на пресс-конференции очень тепло вспоминал вот тех белорусских футболистов, с которыми пересекла его жизненные пути, его жизненная судьба. И вот, кстати, прозвучали очень хорошие поздравления в адрес Георгия Кондратьева и нашей молодежной сборной по поводу третьего места на чемпионате Европы, по поводу выхода на
Олимпиаду. Приятно было, скажу вам, без всякой ложной скромности. Но пока смотрим угловой в исполнении Минска. Навес в штрафную. Ну! Вот и Артем Рахманов мог отличиться. Мне кажется, он сам не ожидал такого подарка. Вратарь почему-то дернулся. И хотя мяч явно шел выше него, даже не предпринял попытки выйти на перехват. И не ожидал, конечно, Артем такого подарка, и поэтому удар не получился. Удачное место выбрал он в штрафной площади гостей. И так мяч хорошо принял, но вот чего-то такого не хватило. Действительно, наверное, концентрации и реакции, может быть, тоже. Если я не ошибаюсь, Назим Сулейманов играл в свое время вместе в бакинском Нефчи с Александром Алексейчиковым, который ныне является спортивным директором футбольного клуба «Минск». Ну и, наверное, вспоминал он Игоря Ковалевича, с которым тоже пересекался наверняка в Азербайджане, Александром Мартешкиным в свое время. Ну, то есть родственные связи, скажем так, есть. Ну, по футбольному родственные связи, они имеют место быть, и поэтому от них никуда не денешься. И очень хорошо, ну, приятно для нас, что Назим Сулейманов так тепло об этих связях и о знакомствах вспоминал. Ну, хорошо, если бы это было единственное у него приятное воспоминание от этой поездки. Ну, будем надеяться. Хотя, конечно же, сейчас постараются азербайджанские футболисты. Хотя вот, когда два темнокожих легионера стоят у мяча, и один... Какой удар! Ну, мне показалось, что Симас Киндерис контролировал ситуацию и не провожал взглядом, а... Действительно, если бы мяч шел в створ, я думаю, что он отбил бы его. Да, Усим Ндука неплохо приложился к мячу и, ну, я не знаю, у кого... поблагодарить проведение, наверное, что мяч просвистел мимо. Кто его знает, если бы траектория его пришлась в створ ворот. Ну ладно, не будем о грустном. Пока уверенно выглядит, во всяком случае, Симас Киндерис. Главное, чтобы не начались какие-то нервные переживания. Нервотрепка в нашей обороне. Пока же она действует просто здорово. Первая треть первого тайма уже завершилась. И пока счет, напомню вам, дорогие друзья, 2-0 в пользу футбольного клуба «Минск». Счет, который гарантирует нашим ребятам выход в следующий раунд Лиги Европы. Что не может не радовать. Ну, не будем забегать вперед. Сейчас очень важный момент. Нашим футболистам надо наверняка чуть-чуть отойти назад, не лететь вперед, забивать третий мяч все-таки чревато. А посмотреть, что же все-таки предпримут соперники. Им деваться некуда, надо обязательно забивать. Я думаю, что желательно для гостей, конечно, в первом тайме это сделать. Вот наша задача — не дать забить азербайджанцам в первом тайме. Это первоочередная задача. Андрей, кстати, еще раз вспомню предматчевую пресс-конференцию. Там прозвучал вопрос о том, ну вот, как будет строить игру Минск в ответном поединке, потому как ну, начальный счет 0-0, он был ну, нам на руку. То есть он позволял надеяться на выход, не то что надеяться, даже позволял гарантировать выход в следующий раунд. Но Виталий Юрьевич очень здорово сказал, ответил, ну, сказав, что самое главное – это не закрываться и не думать только об обороне, а нужно обязательно найти возможности для жалящих уколов бакинской команды. И вот смотрите, слова оправдались, а вот только что вот это был удар. Неплохой удар нанес Тарлан Халилов левый в дальний угол, и мяч буквально в полуметре от крестовины ворот прошел. Да, гости все больше и больше целят вот по девяткам, по самым труднодоступным местам в рамке ворот. И посмотрите, согласитесь, уже второй удар в исполнении бакинских футболистов можно отнести к разряду таких тяжело, не знаю, берущихся для вратаря. Тяжело берущихся, назовем так. Да. Скажем так, что хорошо. Все, хочется сказать слава богу, но мы, дорогие друзья, мы, конечно же, понимаем, что здесь все зависит от наших футболистов, поэтому ни на какие всевышние силы надеяться не приходится. Тем не менее, отметим, что дважды гости, благодаря своим дальним ударам, были близки к тому, чтобы, ну, во всяком случае, по-серьезному потревожить Симаса Скиндериса. Обошлось. Это третья попытка. И снова Ндука. Да, интересно. Тактику выбрали футболисты Олимпика, то есть бить со всех расстояний, с близких и не очень близких. Ну, я думаю, что они бы не отказались бы и поближе подойти, но пока что оборона Минска и полузащита не дают таких возможностей сопернику. И поэтому вот такая дальняя артиллерия пошла в ход. Полностью с вами согласен. Оборона минчан выглядит пока, ну, скажем так, абсолютно надежной. То есть, кроме таких вот дальних ударов, гостям пробиваться на более комфортные
ударной позиции, в общем-то, не удавалось. Мы не видели этого за 18 минут, минувших с начала этого поединка. Ну и середина поля у Минска тоже действует сегодня неплохо. Чувствуется, что отдохнули футболисты. Мы помним, что в матче с Шахтером небольшую передышку дали. Но вот опасная контратака азербайджанцев. Навес на линию штрафной. И хитроумно пытался сыграть Мансур Лимани, но разгадал его замысел Андрей Разин. И очень технично, что, естественно, свойственно азербайджанским футболистам. Это мы знаем эту даже не аксиому, а теорему, которая хотя и требует доказательств, но тем не менее эти доказательства есть налицо. Что южные футболисты, футболисты Кавказских республик, в том числе азербайджанские, очень техничные. Тем не менее, посмотрите, какая хорошая атака, как здорово. Почему же не разобрались наши в трех соснах, точнее в трех футболистах? Передача все-таки, мне кажется, была не самой удачной. Нет, ну Лошанков вроде бы хорошо увидел Николая Зинькова. Может быть, тому не следовало сразу бить, видя, что блокирует удар защитник. Может быть, стоило убрать под себя и нанес удар пушечный, можно сказать. Потому что мы видим, как корчится от боли игрок обороны азербайджанцев. Да, удар метров с 22 нанес Николай, и он пришелся как раз-таки в азербайджанского футболиста. Но футболисты, конечно же, мужественные люди. И вот мы посмотрите. По хоккейному бросился. Совершенно верно. Агиль Набиев. Будем надеяться, что никаких повреждений, собственно, не произошло. Не хотелось бы, чтобы рушились такие задумки или тактические схемы наших гостей в самом начале поединка, ну почти в самом начале. Ну все обошлось, продолжает игру. Аплодисментами встретили возвращение Набиева на зеленый газон стадиона «Динамо». И минчане организуют новую атаку. Хорошая передача. Здорово. Не смог обыграть. Ну вы знаете, вот Николай Зинько действительно прогрессирует. Мне кажется, он пересидел свое время в запасе, то есть в дубле футбольного клуба «Минск», а теперь вот он все чаще и чаще играет. И мы видим, что потенциал действительно у парня огромный. Хорошо бы, если бы он его бы и в этом матче тоже реализовал. Соскучился Николай просто по игре, по основному составу. И наверняка будет сегодня стремиться доказать главному тренеру Виталию Тараканову, что его место все-таки в основном составе. И здесь он гораздо более ценен, чем на скамейке запасных. Ну и хорошие помощники у него сегодня, и Лошанков, и Сащека, и Разин. По-моему, любой нападающий мечтает играть с такой поддержкой. Да, явно нацелено не на креатив, на создание вот удобных и выгодных голевых позиций для партнеров, да, и для друг друга тоже. Здорово они пока конструируют атаки минчан, и это, ну, ставит в тупик, по-моему, совершенно соперника. Верно. То есть не ожидали, возможно, вот от такой, ну, витиеватости, комбинационности от минской команды бакинские футболисты. Они об этом говорили после матча в Баку, о том, что, ну, скажем, не ожидали они, точнее, не увидели в игре Минска чего-то особенного, но вот это особенное им удалось, мне кажется, сполна прочувствовать в первой половине первого тайма. Ну, а тут, может быть, еще наблюдатели были на игре с Шахтером и посмотрели, что ничего особенного не произошло за эти половину недели. И, наверное, особо как-то и не ожидали чего-то интересного в исполнении Минска. Вот на тебе два таких удара, как обухом по голове. Да, невольно хочется подумать, что Виталий Тараканов и минчане некоторым образом, ну, запудрили мозги наблюдателям Олимпика вот в этой игре, последний чемпионат игре. Никоим образом не хочу, чтобы вы воспринимали мои слова серьезно, дорогие друзья, но такой вот вывод почему-то сам с собой напросился. Штрафной будут бить минчане. Неласково обошлись с Николаем Зинько. Ну вот группа поддержки ФК Минск, вы видите на трибунах, ребята отчаянно болеют, и болеют, по-моему, очень здорово. Пусть нас немного, но как там дальше? Но мы в тельняшках. Вот так, и то же самое можно сказать и про футболистов, про поклонников футбольного клуба Минск. Ну, как мы говорили и раньше, что пока что действительно у этого клуба не так много поклонников, как у того же Минского «Динамо», как у «Партизана». Но если команда будет играть, и вот мы видим, как она прогрессирует, уже участвует в Еврокубках, я думаю, что армия болельщиков этого клуба будет расти, вне сомнений. А тем более видим, что игра действительно интересная. Игра именно команды интересная. Да, ребята, здорово. То есть на какие-то индивидуальные действия они не очень-то надеются, а просто играют, плетут кружева. Замечательные кружева, которые ставят в тупик гостей. И вот в данном эпизоде, вы видите, пришлось нарушить им правила.
Цура ввел мяч в игру, отдал Воронкову. И теперь, конечно же, наши ребята торопятся. А, собственно, куда торопиться? Счет в нашу пользу. И теперь нужно разыгрывать доверенного. Самое главное — контролировать мяч, как мне кажется, и вести свою игру. Ту, которая вот так вот поразила гостей в первой половине тайма. Как тут не вспомнить, что пока что не обрел должных кондиций травмированный Дмитрий Климович, левый защитник. Вот поэтому Дмитрий Щегрякович вынужден его подменять на левом краю обороны. Представляете, если вот вернется Климович, а в запасе еще есть и Сергей Гигевич, и Роман Василюк, то действительно... Выбор у Виталия Тараканова неплохой, хороший, конечно. Завидный. Во всяком случае, на каждый поединок можно, исходя из тактических соображений, выбирать, ну... более-менее, скажем так, подходящий состав для реализации этих тактических задумок и притворять в жизнь в полной мере. Так что, мне кажется, у Минска хорошие перспективы. И пусть, как мы говорили, не самое, может быть, удачное пока расположение минчан в турнирной таблице чемпионата Беларуси, мне кажется, это положение улучшится. Набирают форму минчане. Ну, тем более, если удачно выступят в Еврокубке, пройдут как можно дальше. Конечно, это будет дополнительным стимулом. Всплеск будет в игре. Естественно, а тем более еще будет дозаявочная кампания, может быть, еще какие-то позиции можно будет усилить. Поэтому я думаю, что футбольный клуб Минск еще не сказал своего последнего слова. И самые лучшие игры, вне сомнений, у них еще впереди. Вот, кстати, приятно. Только что, я не знаю, хорошо ли сработали наши шумовые микрофоны, приехала большая группа поддержки из Борисова, от борисовского Батэя. Вот только что прозвучало вперед Борисов, и это, естественно, призыв такой к нашим минским футболистам о том, чтобы мы с вами, ребята, играйте как следует, играйте за себя и за того парня. Здорово, что фанаты двух клубов так поддерживают друг друга. Ну, может быть, еще в адрес Евгения Лошанкова. Все-таки он очень много лет отдал борисовскому клубу. Является одним из символов этой команды. Да, о нем очень хорошо вспоминают и болельщики, и в команде хорошо вспоминают. Ну, что же делать, если футбольная судьба стала вот такой? Развела по разным путям дорожкам в разные клубы. Но, тем не менее, великолепный пас. Выход один на один. Пас отдал ну зачем, Коля, ну зачем так рано бить? Посмотри, где вратарь, и мимо него пробей. Пытался пробить, мне кажется, на силу Зинько в этом эпизоде. Слушайте, ну Осипович сейчас великолепно сыграл в подкате, выдрал мяч у соперника и нашел в центре поля практически Николая Зинько. Но, к сожалению, Николаю не хватило, возможно, вот именно опыта. Опыта именно вот таких ситуаций. Да, едва. Мог бы сблизиться еще даже чуть-чуть да с вратарем. Конечно, посмотрите, где располагается и спокойненько. Может быть, не хватает тут именно игровой практики и спокойствия игрового наверняка Николая. Вполне может быть. Переволновался от выхода на поле в основном составе. И вот, ну ладно, не будем ничего плохого говорить. Будем надеяться, что это еще пригодится нам. А пока Симас Киндерис действует на 300% уверенно. И этот удар он достаточно быстро нейтрализовал. Бил Эньо Крастовчев, которого вы видели только что на ваших экранах. Но, кстати, я вот подумал, когда Николай Зинько выходил один на один, забей Николай, были бы большие проблемы у первого помощника арбитра. Мне показалось, что он прозевал момент передачи. На тоненького такого. На метр где-то был впереди Николай. Ну, лучше бы уже были проблемы у арбитра. Я так думаю. А счет стал бы 3-0. Ну, видите, Николай поступил по справедливости и не стал забить из такого вот спорного положения. Но это, конечно, опять же шутка. Футболист в любом случае должен играть до свистка арбитра, а потом уже разбираться, был он прав или не был прав. А эпизод игровой, конечно же, нужно довести до конца. Тем более, мне могло и показаться. Вот немного поспешил арбитр, видите, поднял флажок, хотя... Обжегшись на молоке, дует на воду. Хотя Игорь Воронков даже не предпринял попытки рвануть за этим мячом. Ну, сделают замечание потом на после матча в разборе арбитру, очевидно. А может быть и нет. Заигран эпизод. Мы продолжаем следить за перипетиями поединка. Футбольный клуб Минск, Олимпик, Баку, Азербайджан. В первом квалификационном раунде розыгрыша Лиги Европы минчане выигрывают со счетом 2-0. Эти два мяча, достаточно быстрых мяча, забили на 4-й минуте Евгений Лошанков, на 11-й Денис Сащека. Грубое нарушение правил со стороны Виктора Ибико. И как-то он не очень по-джентльменски поступил с Игорем Воронковым. И вполне заслуженно получает желтую карточку.
Вот смотрим повтор этого момента. Да, да, прыгнул двумя ногами. Это может быть даже быть чревато и тяжело. Это хорошо, что он промахнулся. А если бы попал в ногу, в конце концов, то это... Ладно, не будем о плохом. Но эпизод действительно грубовато сыграл вот этот темнокожий футболист. Ну, будем надеяться, что это не преднамеренно. Все-таки фэрплей никто не отменял. И респект. И будем надеяться, что игра будет проходить все-таки в нормальной дружеской обстановке. Кстати, на азербайджанских интернет-страницах Ибикои сказал любопытную вещь, что он не против еще раз поразить ворота Минска. Напомню, что именно Ибикои забил единственный мяч в составе Олимпика в первом поединке этих соперников. И, видимо... Но по первому матчу было видно, что он действительно хорошего уровня игрок. Великолепный финт Евгения Лошанкова. Только он так умеет. И атака продолжается. Николай Зинько искал в центре, по всей видимости, Лошанкова. Не посмотрел даже. Краем глаза не увидел, что все-таки тот уже не шел в эту точку. Не понял точку. Перемещение партнера. Тот открывался тоже неплохо. И вот если бы ему туда дать... Но дело в том, что Евгений Лошанков так быстро перемещается по полю, что уследить за его передвижением практически невозможно. Одним словом, вжик. Вжик. Да. По-другому не скажешь. И вот этот финт, когда он голеностопом действительно показал, вернее, голеностопом по мячу попал таким образом, что, по-моему, все попались на его финт, и партнеры, и соперники. Мы уже неоднократно видели в его исполнении, а видно для азербайджанцев диковинку. Мне кажется, нервничать начали наши гости. Вот каждое решение арбитра, каждый свисток в пользу минчан они принимаются оспаривать и выражают какое-то недоумение по поводу решения. Ну, когда игра не идет, конечно, обращаешь внимание на все, в том числе и на работу арбитра, возможно, даже в первую очередь. Андрей Разин навешивает мяч в штрафную азербайджанской команды, но здесь он до наших футболистов не доходит. Удара по воротам не состоялось. Азербайджанцы с мячом, и они пытаются найти... Изо всех сил пытаются найти слабое место в защитных построениях нашей команды для того, чтобы предъявить какие-то неотразимые такие атакующие козыри. Пока у азербайджанцев, признаем честно, это не получается. Ну, видите, мне кажется, что азербайджанцы очень медленно проходят середину поля. Эти поперечные передачи тормозят развитие атаки. Все-таки минчане за меньшее количество передач проходят в центр поля, и это дает свои плоды. Все-таки привыкли, наверное, наши соперники играть на искусственном поле, где оно более ровное. А вот здесь не так им удается четко контролировать этот мяч. Энью Крастовчев лежит на газоне, на динамовском газоне. Ему больно, видимо, в предыдущем эпизоде. Что же здесь было? Ну, Щегрикович атаковал его, конечно, жестко, плотно, но я бы не сказал, что не по правилам. Просто, может быть, не привык болгарский легионер в такой плотной опеке. А может быть, надеялся, что его соотечественник свистнет в данном случае. Все-таки арбитр тоже из Болгарии. Вот что-то, видно, объясняет он. Интересно, по-болгарски или на каком-то международном языке? Я думаю, по-болгарски. Он к помощнику обращается. Ладно, говорит, главный не видел, но ты-то должен был. Но пока Симас Киндрис, видите, полное спокойствие на лице минского голкипера. Ведет он сейчас мяч в игру. Вводить будет далеко и сильно в своем стиле. И посмотрите, как здорово зацепились наши за мяч. Разин, хорошая передача. Ну, Николай Зинько, он выигрывает практически все верховые мячи, поэтому часто сбрасывает партнерам мяч. И, конечно же, партнеры должны пользоваться этим преимуществом Николая и в росте, и в умении играть головой. Ну, пока эта атака не получила хорошего ударного хотя бы завершения. И с мячом футболиста Олимпика. Да, долго все-таки возятся азербайджанцы с мячом. Видно, это такая у них в крови, национальная, конечно, привычка. Конечно. Мы помним, что если обыграли 8 футболистов, и на 9-го пойдут. Это да, присуще всем закавказским игрокам, и армянам, и грузинам. Надо пользоваться и этим тоже. И даже легионеры, которые играют в составе азербайджанского клуба, и к ним это переходит привычка. Безусловно, конечно же. Но как же играть в такой стране в футбол и какие-то не принимать, ну, такие неписанные правила, это, наверное, сложновато. Да и тем более главный тренер, наставник Олимпика, азербайджанец, который известен как, ну, хороший технарь, хороший футболист. Напомню еще раз, что Назим Сулейманов многого добился за свою футбольную карьеру, поиграв и в России, и в других клубах, в том числе и в азербайджанских, конечно же. И, конечно, хорошее имя имеет этот наставник в футбольных кругах. Ну, мне кажется, знаете, в последнее время в Азербайджан пришли
неплохие деньги, приглашают игроков хорошего уровня. Но вот как-то тактические команды, сколько я видел, ну вот особо вот не производят такого сильного впечатления. То есть техника есть, все вроде нормально, но с тактикой какие-то все-таки проблемы. Вот мы сейчас тоже видим, что чего-то не хватает в игре команды из Азербайджана. Соглашусь с вами полностью по той причине, что достаточно однотипно пытаются действовать гости в организации атак и в выборе каких-то вот продолжений для своих этих самых нападающих комбинаций. Но наши ребята, похоже, очень хорошо готовы к тому, что сейчас демонстрируют на поле футболисты Олимпика. Да, главное, чтобы не было самоуспокоенности у наших игроков. Все-таки игра чуть-чуть может усыпить. Вот уже 35 минут почти сыграно. И особо никаких попыток со стороны противника, ну, кроме этих дальних ударов, не было, чтобы забить мяч. Так они в последнее время даже перестали издалека-то бить, Андрей, согласитесь. Вот, ну да, все эти удары дальние были вот именно за первые минут 15 матча. А сейчас какое-то такое затишье, но вполне возможно перед бурей. Наверное, в исполнении наших футболистов это будет буря. Будем надеяться. Пока Андрей Разин сражается с двумя защитниками Олимпика на правом фланге минской атаки, мяч теряет, и сейчас уже Олимпик пытается строить свою быструю атаку. Не получается на у азербайджанских футболистов. И наши спокойненько перелив. Посмотрите, как хорошо играют, как вдумчиво. Щегрикович подключил со Щека. Немножечко сильная получилась передача, но там мешали Щегриковичу сделать нацеленный пас. Быстро возвращается он назад и занимает свою позицию. И уже в центре поля азербайджанцы контролируют мяч. Несколько поперечных передач вот вперед, но тоже без особой остроты. Да, пока ставка, или, скажем так, козырь Виталия Тараканова на мальчиков с пальчиков в составе минского клуба, то есть на невысоких Сащека и Лошанкова, полностью себя оправдал. Напомню вам, что два этих невысоких, но очень техничных и шустрых футболиста забили по голу в ворота Олимпика. И по истечении 35 минут констатируем приятный для нас факт. 2-0 в пользу футбольного клуба Минск в ответном поединке первого квалификационного раунда розыгрыша Лиги Европы. Вот за счет длинной диагональной передачи попытались перейти в атаку гости. Это Роберт Петров пытался найти на правом краю штрафной площади партнера, но захлебнулась атака. И там Щегрикович был бдителен, и вот уже соперники нарушают правила, и Артем Рахманов будет вводить мяч в игру. Жестко обошлись с Таина Адама Соро. Ну, он, похоже, не особенно обижается. Говорит, я все понимаю, вы волнуетесь, нервничаете. Хорошо отреагировал на это нарушение, не стал какие-то клеить разборки, как говорят обычно. Но вообще он может, вы знаете, это такой парень, что может взорваться где-то. Я вот про это и хотел сказать, что действительно не удалось разбудить в ссору зверя гостям. Не знаю, специально, не специально они это пробовали. Как вы видите, много азербайджанских гостей на наших трибунах, лица их пока не веселы. Но что ж делаешь, азербайджанцы люди, преданные футболу, отчаянно они болеют. Это мы, кстати, видели и, точнее, слышали во время первого матча соперников. Остроумно сыграл Андрей Разин, видя, что его партнер находится вне игры, пытался прокинуть себе мяч на ход, но защитник сумел прочитать эти намерения, но, тем не менее, угловой удар заработал. Да, Андрей Разин заработал угловой, и наши рослые защитники потянули штрафной азербайджанцев. Наверняка Андрей сейчас сделает в своем навесе со штрафного акцент именно вот на наших гулливеров. Посмотрим. Хотя мы вспомним, что, опять же, вспоминая про гулливеров, нельзя забыть, как же был забит первый мяч. Напомню, забил его Евгений Лошанков красиво со второго этажа, головой подрезав мяч в угол ворот. Ну, по футбольному мастерству, я думаю, что они вполне подходят под гулливеров. Согласен, соглашусь. Пока что никаких вопросов. Игра и наших высоких футболистов в большей степени при обороне собственных ворот, и наших невысоких футболистов при организации завершения атак не вызывает. И это не может не радовать. Бакинцы пытаются организовать наступление на правом фланге. Они его между собой передавали. Вот Рахманов удачно сыграл сзади, прервал эту верховую передачу. Не получилась атака на левом фланге. Сащека чуть-чуть передержал мяч. С
Сачивка неудачно принял тоже. Взаимный обмен ошибками сейчас идет в центре поля. Но Сачивка сумел все-таки выцарапать мяч и отдал его направо Лошанкову. Ой, здорово. Хорошая передача. Разин убегает на ворота Олимпика и бьет. Неудачно сыграл. Показалось, что Николай Синьков подскользнулся немного, да? А так бы первый был бы на подборе, и там уже не составило бы ему труда дослать мяч в ворота. Джахангир Гасанзаде неудачно отбил мяч прямо перед собой, и набегавший Зинько мог бы, вот посмотрите, ну чуть-чуть опередил он события, не туда побежал, куда отскочил мяч. Но каков Лошанков, вы видели, посмотрел влево и как отдал вправо, когда никто не ожидал, никто этого не ожидал. Уже второй раз мы видим в исполнении Евгения чудо передачи. Здорово сыграл, конечно. И жалко, что вот, ну я думаю, что повтор еще будет этого момента. Обязательно обратите внимание, насколько тонко он сыграл. И корпус повернул влево, и смотрел влево, а отдал вправо. Помните, как говорил Лев Яшин, когда вспоминал Геннадия Хасина, говорил, что не могу понять этого игрока. Смотрит влево, целится вправо, а бьет по центру. Так же и здесь. Но тем временем выявили нарушение на Эньо Крастовчеве. Он уже в поисках мяча опустился даже на свою половину, попытался этим самым дать знать партнерам о том, что он готов к приему и чтобы почаще играли через него. Но успеха Олимпику это не принесло. И вот посмотрите, сейчас против Игоря Воронкова, похоже, грубовато сыграли. Там два человека сразу поднялись в воздух, и, по-моему, один из них задел Игоря. Я думаю, что ничего страшного, потер нос. И... тем более, что Игорь Воронков – это известный боец, человек, который, ну, не знаю, обладает железной волей и настроем. Про характер тоже и говорить не приходится. Ну и вспомним, что именно он отличился в первом матче, точно послав мяч в угол ворот. Совершенно верно. Там пришлось нам тяжеловато, особенно во втором тайме, ну, как свидетель или очевидец этого матча. Ну, правда, телевизионный очевидец. Побывать в Баку, конечно же, не удалось, но видели мы телетрансляцию этого поединка по азербайджанскому телевидению. И хочу сказать, что были моменты в том поединке, когда нашим ребятам пришлось очень тяжело. Очень было тяжело. Такое впечатление, что мячу и деваться некуда особо. И тем не менее, дважды азербайджанцы просто простили наших. Ну и Скиндерис, конечно, творил чудеса в воротах в тот вечер. Будем надеяться, что запаса чудес у него хватит и на сегодняшний поединок. Эх. К сожалению, прервалась наша атака, едва не начавшись. Но самое интересное. Разин чуть-чуть, по-моему, ошибся здесь сам в передаче и почему-то предъявляет претензии партнерам. Хотя, может быть, он и прав. Хотел задумать по-другому, видимо, Андрей в этом эпизоде. Но мяч снова у капитана Минчан. Но в обороне играют, по-моему, как-то безобразно, я бы сказал, азербайджанцы. Как-то неплотные опеки. Наши, в принципе, делают, что хотят впереди. Смотрите. И вот посмотрите, хорошая передача, удар. Хороший удар. Вот уже Денис Сащек оказался справа. Они меняются местами с Лошанковым. По-моему, тем самым вводят в заблуждение соперников. Те как-то не следят за их перемещениями. И, по-моему, с такими круглыми глазами смотрят. Откуда взялся тут этот парень? Он же был слева. Еще одна атака. Не прошла передача на Зинько. Да, к сожалению, не хватило вот самой малости, наверное, для Николая, для того, чтобы завладеть мячом и нанести удар по воротам. Ну ладно, кто старый помянет тому, ну сами знаете что. А мы пока продолжаем следить за событиями, столь приятно развивающимися в поединке футбольного клуба «Минск» и бакинского «Олимпика». Вообще дисциплины никакой, по-моему, в составе азербайджанского клуба. Как-то игроки действуют сами по себе и... никакой даже организованности у них нет, особенно это сзади заметно. Вот я хочу вам сказать, Андрей, если бы вот мы сейчас взялись за то, чтобы определить тактический рисунок, по которому строит свою игру бакинская команда, нам пришлось бы очень тяжело. Я думаю, невозможно, по-моему, было бы определить этот рисунок тактически. Как-то, мне кажется, Назим Сулейманов лукавил, когда говорил, что наша команда в пятерку не вошла бы. Ну, ладно, пусть эти слова останутся. Ну, не будем торопиться, все-таки еще второй тайм впереди. Совершенно верно. И там скажется и физическая готовность. Хотя, надо объективно сказать или так предположить, что с этой готовностью у азербайджанского клуба, ну, скажем так, не самое лучшее время. Напомню вам, что футболисты едва начали готовиться к новому сезону, к новому чемпионату Азербайджана. И игровой практики у них явно ощущается большой недостаток. И, может быть, этим, кстати, Назим Сулейманов тоже некоторым образом оправдывал неудачу, относительную неудачу в первом матче. Смотрите, все эти вот уловки азербайджанцев с падениями, с этими сваляниями
на траве не проходят. Арбитр из Болгарии очень четко определяет, где было нарушение, где нет. И уже который раз показывает жестом «вставай, вставай». Все, вижу. И, кстати, особо он строг, я вижу, к своему соотечественнику. Воронков подхватывает мяч на правом фланге. Передача в направлении Николая Осиповича. Как он тут оказался? Видите, уже смело идут и защитники вперед. Николай Осипович, по-моему, первый раз подключился в атаку и могла пройти передача на него. А уже что с мячом сделать, я думаю, он бы разобрался. Жаль, что не прошла. Ну, Андрей Разов, мне кажется, может быть довольным первым таймом. Хорошо сыграл и он, и его партнеры. Удалось найти неплохие комбинационные решения. Подчеркну вот это слово «комбинационное». Согласитесь, что голы наши ребята забили после симпатичных, как раз таки витиеватых, таких кружевных атак, что не может не радовать. Пока с мячом футболисты Азербайджана. Видимо, будет удар. Нет, посмотрите, хорошее подключение на правом фланге полузащитника. Будет он, наверное, бить. Нет, хорошо, хорошо. Наши успели заблокировать удар. И... Но тут в этом моменте здорово сыграл Зухир Бенуахи, который разобрался в центре поля с соперниками, с двумя, и выложил мяч на правый фланг своего партнера, тот, правда, чуть-чуть завозился. Ну, Кверти, да, это он был, пытался завершить атаку Олимпика. Ничего не получилось. Разыграли азербайджанцы угловой, навес в штрафную площадь. Ну, вот и Крастов, что, смотрите, выиграл все-таки он головой эту борьбу и наносил удар в дальний угол. Ну, не точно. Я думаю, что это неплохое завершение для нашей команды. Хотя и позиция была неплохая, но там все-таки в противоборстве с нашими защитниками наносился удар, поэтому и не получился толком. Совсем немного времени, около 20 секунд осталось до завершения первой половины этого поединка, до завершения основного, естественно, времени. Наверное, добавит минутку, ну, может быть, другую болгарский арбитр к этой первой половине. И все-таки мне кажется, что белорусы уже своего не упустят. В первом тайме, по крайней Совершенно мере. Верно, да, то есть завершится он... А нет, ничего не стал нет, добавлять. Секунду не добавил арбитр. Ну что ж, дорогие друзья, первый тайм поединка первого квалификационного раунда ответного матча между футбольным клубом «Минск» и футбольным клубом «Олимпик» из Баку завершился. Счет, радующий всех нас, 2-0 в пользу белорусской команды. На 4-й минуте Евгений Лошанков открыл счет в этом матче, на 11-й Денис Сащека удвоил перевес нашей команды. Ну что ж, давайте отдохнем и с хорошим настроением, я не сомневаюсь в этом, вернемся к нашей телевизионной трансляции. Правда, перед тем, как уйти на перерыв, давайте-ка посмотрим традиционное саммари самых интересных, любопытных моментов первого поединка, который уже подготовила наша творческая бригада во главе с режиссером трансляции Екатериной Грибко. Ну что ж, посмотрим. Я думаю, что основная масса моментов будет в исполнении нашей. Вот, смотрите, Николай Зиньков выигрывает борьбу капитана команды соперников. И отличная передача в направлении Евгения Лошанковой. Тот, смотрите, в борьбе с защитником, находясь полубоком к воротам, все-таки сумел нанести удар головой. Ну, конечно, многие скажут, что это случайность, но мы скажем, что это мастерство. И попробуйте доказать нам, что мы не правы. По-моему, мы очень даже правы. Пока еще одна острая атака наших футболистов. И Евгений... Нет, простите, это был Денис Сащека. Завершил усилия своих партнеров точным голевым ударом. Вот здесь совсем... Ну, малость, ну просто самую малость не повезло нашим ребятам. Нехватка опыта игры в атаке Артема Рахманова помешала ему нанести точный удар. Ну, это вот дальние удары в исполнении наших гостей, которые, ну, кроме как бы легкого волнения, скажем так, ничего Симусу Скиндерсу не принесли. А вот здесь вот, если бы прошла эта передача на партнера. Ай-яй-яй. Жаль, хороший эпизод был нашими ребятами загублен Николаем Зинько в данном случае. А вот тут Разин наносил удар поворотом и отбил. Вратарь неудачный. Зинько, если бы прочувствовал момент, как Герт Мюллер, я думаю, что он добил бы мяч легко в пустые ворота. Но, к сожалению, не получилось. Итак, 2-0. Пока что лидируют наши футболисты. Не хочется вспоминать это слово пока что. Будем надеяться, что так будет и дальше. Дорогие друзья, уходим на перерыв, после которого мы снова пригласим нас на стадион «Динамо» для продолжения совместного просмотра поединка между футбольным клубом «Минск» и бакинским «Олимпиком» из Азербайджана.
Еще раз добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы приглашаем вас на второй тайм телевизионной трансляции ответного поединка первого квалификационного раунда розыгрыша Лиги Европы между футбольным клубом «Минск» и бакинским, азербайджанским, соответственно, клубом «Олимпик Шевелян». После первого тайма счет 2-0 в пользу футбольного клуба «Минск», в пользу команды Виталия Тараканова. Согласитесь, обнадеживающее, и счет просто радостный. Да, напоминает еще раз режиссер нашей трансляции Екатерина Грибко, кто же был авторами голов в первом тайме. На 5-й минуте Евгений Лошанков забил азербайджанцам первый мяч. На 11-й Денис Сащека удвоил этот результат. Ну что ж, может быть, Андрей, я обращаюсь к моему сегодняшнему коллеге по репортажу, Андрею Чепе. Может быть, немножко вспомним первый тайм. Вот что, не знаю, удивило, что поразило первые 45 минут? На что обратили внимание вы, Андрей, в этом футбольном матче? Раз, уважаемые телезрители, в первую очередь, конечно, обратило внимание то, что, может быть, это так, два первых этих забитых мяча подействовали на наших соперников, но абсолютно мне не понравилась игра азербайджанцев в обороне, как-то очень неорганизованно. Вот мы сейчас видим повторы, вот этот повтор первого забитого мяча, когда отлично сыграл Николай Зинько на правом фланге, сделал передачу, Евгений Лошанков подстроился под этот мяч и тонко очень послал его в дальний угол ворот. Так вот, оборона азербайджанцев действовала разрозненно, как-то абсолютно неорганизованно, и наши футболисты воспользовались дважды этими прорехами. А могли, по-моему, еще мяча три забить, если бы чуть-чуть повезло. Вот мы видим, как Денис Сащека нанес этот разящий удар в дальний угол с носка, когда обыграл вратаря, и перед ним было свободное пространство. Он долго думал, что же все-таки делать, и принял решение пробить, и не прогадал. 2-0. И вот именно это вот самое такое яркое впечатление именно первого тайма. То, что здорово наша команда играла впереди, а, соответственно, и в середине поля, и очень неорганизованно играли азербайджанцы сзади. Полностью разделяю вашу точку зрения, Андрей, вот на то, что происходило, что творилось на поле в первые 45 минут. Здорово, здорово проявили себя наши ребята. Мне кажется, что домашнюю работу после первого матча этих команд, напомню, что бакинская встреча Олимпика и футбольного клуба «Минск» завершилась ничью 1-1. Мне кажется, что вот эту домашнюю работу, работу над ошибками, работу над своими ошибками, минчане, подопечные Виталия Тараканова провели гораздо лучше, чем азербайджанские футболисты, чем команда Назима Сулейманова. Да, я в этом ни капельки не сомневаюсь. Я знаю, что тренерский штаб команды нашей просматривал первый матч. И я думаю, что матчи прошлого сезона и заметили какие-то тонкие места, вот где рвется именно в обороне у соперника. И Дмитрий Косенок, и Виталий Тараканов, я думаю, что обратили внимание на эти моменты и постарались воспользоваться своим преимуществом. И это им удалось дважды в первом тайме. И очень надеюсь, что во втором тайме последует продолжение. Хорошая атмосфера царит на трибунах столичного стадиона «Динамо», где проходит сегодняшний поединок. Мы видим и хорошую, горячую поддержку от наших белорусских болельщиков в адрес футбольного клуба «Минск». Ну и азербайджанские гости также присутствуют на трибунах. Вы видели азербайджанские флаги. Хорошо, комфортно и уютно гостям на трибунах. Никоим образом не скажу, что то же самое испытывают и азербайджанские футболисты. Конечно же, они в печали, по крайней мере, грустят они по поводу исхода первых 45 минут. Но, а вот там показывают, менее, между прочим, арбитров нашей высшей лиги. Сейчас у них сегодня завершается сбор, семинар FIFA. И вот мы сейчас видели Алексея Кульбакова, Сергея Сахаревича на трибунах стадиона. Вот они, организован такой для них просмотр этого матча. Я думаю, что, кстати, очень полезно, безусловно. Я думаю, очень полезно, потому что и работа арбитра в сегодняшнем матче Ангелова из Болгарии действительно очень качественная. И мне кажется, есть что посмотреть, есть на что обратить внимание, в том числе и арбитрам в сегодняшнем матче. Наверняка обсуждают между собой они какие-то, наверное, интересные моменты, которые случаются в сегодняшнем поединке. Как бы на себя примеривают роль арбитра сегодняшней встречи и, наверное, ну, может быть, соглашаются или чаще всего не соглашаются. Как, ну, у каждого свое мнение, скорее всего. Но были сегодня в первом тайме такие моменты, на которые, не сомневаюсь, при разборе этой игры арбитры обратят внимание. Как в работе главного арбитра, так и помощников. Ну, вот видите скамейку запасных нашей команды. Кирилл Павлючек задумчиво так смотрел
на партнеров. Наверняка и ему хотелось бы принять участие в этом поединке. Ну что ж, сделать выбор тренера выпал на других 11 человек. Ну, сейчас мы посмотрим, есть ли какие-то изменения. Я думаю, что наверняка будут замены, особенно в составе азербайджанской команды. Ну, посмотрим. Немного осталось ждать. Но, кстати, я сейчас обратил внимание, как помощник главного арбитра бежал проверять ворота. Я смотрю, что физподготовка чуть-чуть не на самом высоком уровне у помощника. А вот наши арбитры вчера сдавали нормативы и все 100% сдали успешно. И это очень хороший показатель. И отметил это и инструктор FIFA Валентин Иванов, что он не ожидал вот такой сдачи нормативов. Он не знал, что мы уже сдаем не первый год вот так удачно все эти тесты FIFA. Ну что ж, хочется возгордиться. В хорошей форме наши арбитры. Наших людей. Но пока мы видим, дорогие друзья, как минчане разведут мяч с центра поля. Замена готовится у соперников. Это Пьюс Икедия, нигерийский легионер, готовится выйти на поле. Нам осталось только узнать, вместо кого он выйдет. Ну, сейчас, я думаю, судья, четвертый арбитр, скажем так, вот он на информационном таком табло готовится набрать номер. Кого же заменил Икедия на поле? Сейчас мы это узнаем. Ну, а в нашем составе, дорогие друзья, изменений, похоже, не произошло. Ну, добра добра не ищут. Совершенно верно. Итак, Икедия выходит на поле вместо... Внимательно посмотрим, проверяет амуницию выходящего на поле. Вместо Терлана Халилова. Слева в полузащите тот действовал, а Икедия занимает место справа в полузащите. Некоторое перестроение, судя по всему, последует. Сейчас мы за ними понаблюдаем и обязательно с вами поделимся, уважаемые друзья. Пока давайте быстренько напомним, в каком же составе провели первые 45 минут наши гости. Итак, футболисты Олимпика Шевелан из Баку начали этот поединок в следующем составе. Джахангир Гасанзаде, 12 номер, голкипер. Под вторым номером играет Роберт Петров, македонский легионер. Под третьим Усим Ндука. Под пятым Агиль Набиев. Под седьмым тот отыграл первые 45 минут Тарлан Халилов. Я говорил, что его уже заменили. И тем не менее, смотрите, минчане, хорошая контратака. И что же, Николай Зенько сбивают, и сейчас последует решение. Он удаляет. Абсолютно справедливое решение. Усим Ндука явно-явно сбивал нашего футболиста, который вырывался на... Выходил один на один. Ну, мы видим, что, может быть, и не хотел этого делать, но, тем не менее, факт есть налицо. Сбил. Ну что же, положение наших гостей усложняется еще и еще. В меньшинстве отыграться у отлично действующей минской команды будет невероятно сложно. Ну, но мне показалось, что сейчас мог азербайджанский игрок все-таки попроще действовать. Для чего-то решил вот таким образом прервать эту передачу. И неудачно это у него получилось. И удачно для нас. Азербайджанский акцент в технических действиях. То есть хотелось сыграть красиво. И в итоге приходится с унылым выражением лица покидать зеленый газон. Но какие-то претензии высказывает капитан команды Агиль Набиев помощнику арбитра. Мне кажется, эти претензии связаны с тем, что ему показалось, что все-таки Зенько был вне игры. Вот он сейчас размахивает руками, что-то показывает, но после драки кулаками не машут. И красная карточка, значит, удаление. Все, вдесятером будут продолжать поединок. Да, Усим Ндука покидает поле и предоставляет нашим ребятам право исполнить штрафной удар за это вот нарушение, которое мы только что лицезрели. Вместе с вами, уважаемые телезрители, Андрей Разин у мяча. Интересно, какое продолжение он выберет. Ударное или комбинационное? Я думаю, пробьет прямым ударом над стенкой. Андрей может. В левый верхний угол ворот. В самую девятку. Хотелось бы. Скрещиваем пальцы и желаем удачи Андрею в исполнении этого штрафного. Замерли трибуны, какая-то тишина царит на трибунах. Ну, посмотрите, неожиданно какое решение. Артем Рахманов решил пробить. Никто не ожидал от него этого. По-моему, и Андрей Разин не ожидал. Но, тем не менее, Андрей Разин сейчас снова с мячом. Вводит его из-за боковой. Здесь... Затоптал Лошанков соперника. Хотя, казалось бы... Но пожал руку, смотрите. Вот это и есть респект и фейерплей в исполнении опытного футболиста. Совершенно верно. Понял он, что не прав, и поэтому принес свои извинения азербайджанскому коллеге по цеху.
Ну что же, посмотрим, появится ли больше мыслей в действиях азербайджанской команды во вторые 45 минут. В первом, честно говоря, мысли мы так, собственно, и не смогли угадать. Ну, мы этому не очень, по-моему, огорчились. По большому счету, да. Я согласен. Думаю, что заслуга в этом и нашей команды. Все-таки не дали с первых минут свободно дышать футболистам команды гостей. И огорошили их двумя этими голевыми ударами в первые 11 минут матча. И... А дальше делайте, что хотите, называется. Да. Вот сейчас вот небольшая неразбериха была в обороне соперника. Николай Зинько не поверил, что мяч может ему достаться. Чуть поздновато рванул он, поэтому не успел. Гасан Задеев опередил в этом эпизоде. Вынес мяч из подальше от штрафной площади Олимпика. Но, тем не менее, далеко, поближе к нашей штрафной. Это сделать гостям не удалось. Я имею в виду довести комбинационное действие. И сейчас они вынуждены искать продолжение для своей очередной комбинации в районе центральной линии. На правом фланге с мячом футболисты Олимпика, но теряют его хорошо, внимательно действуют наши в обороне. И вот, пожалуйста, ну что ж, размахивает руками от огорчения 17 номер Виктора Бикои, нигерийский легионер Олимпика. Огорчен решением арбитра, но, по-моему, совершенно справедливо, нарушал правила нигериец в том эпизоде в игровом. Немножко сейчас, наверное, успокоится игра. Все-таки нужно переварить это удаление и одним, и вторым. А азербайджанцами тут даже не знаю, что им посоветовать, как им игра дальше. Вот Лошанков попытался уйти, овладел мячом. Да, напряженная такая борьба была, цепкая. Подоспел на помощь своему партнеру капитан команды Агиль Набиев. И, мне кажется, даже задел Евгения Лошанкова в таком жестком стыке. Вот смотрим повтор этого эпизода. Нет, это не Набиев, это Виктор Бикои. Да, очень как-то жестковато сыграл. Мне даже показалось нарушение правил. Все-таки очень агрессивно он играл в этом эпизоде. Ну, буквально с мясом выдирал этот мяч. Хотелось бы, чтобы такие действия нигерийца, они никоим образом не сказались на физической игровой готовности Евгения, потому что он был одним из самых удачливых в составе минчан в первые 45 минут. Но мне вот не понравился этот эпизод в исполнении нигерийского легионера. Все-таки было видно, что в этом эпизоде больше в его действиях агрессии было. Хотя мы помним, в предыдущем эпизоде Евгений Лошанков нарушил против него правила и подал руку. Все вроде было по-джентльменски, а здесь некрасиво, мне кажется, поступил. Что-то затаил, наверное, какую-то обиду. И Бикоев все-таки на Евгения Лошанкова решил вот ответить так вот не по-джентльменски, не по-футбольному. Ну, надо сказать, что Евгений в первом тайме пару раз откровенно издевался по-футбольному, по-хорошему издевался над соперниками, ставя в тупик их своими непредсказуемыми действиями и передачами, в частности. Накопилось, видать, у Бикоя. Ну, сейчас, я думаю, Евгений отдохнет немного. Получит помощь доктора Олега Савчука с забровкой поля. И я думаю, что постарается наказать соперников за эту агрессивную атаку. Пока мяч у футболистов Олимпика. Они пытаются отыскать что-то неожиданное, что-то новенькое в своих комбинационных действиях для футболистов Минска. Но пока, откровенно говоря, это получается с большим трудом у наших азербайджанских гостей. Мы уже говорили, кроме двух, двух более-менее опасных ударов в первые минуты этого поединка, больше ничем похвастаться в атаке гости не могут. Ну, хотя даже по сегодняшнему поединку видно, что и Нукзар Кверти, и Менсур Лимани, и Зухир Бенуахи действительно очень сильные футболисты. Видно, что уровень мастерства у них на высоком, высокий очень уровень мастерства, но не дают развернуться наши футболисты, потому что гости все-таки демонстрируют больше стоячий футбол, что называется. А вот минчане остро контратакуют. Хорошая была передача, но, к сожалению, не получила продолжение эта атака. И снова мяч у азербайджанцев. Они пытаются напрягать нашу оборону. Как не точно они играют. Как не согласованно Зинько с Осиповичем сыграли, а так великолепно появлялась возможность у Николая Осиповича выйти на оперативный простор, но Зинько чуть-чуть передержал мяч и как-то нечеткую передачу сделал партнеру. Оп. Ну вот хороший удар издали. Почти что от центра поля, да неплохо. Но Кзар Квирти нанес этот удар. Приложился к мячу грузинский легионер. Посмотрите, какие... Метров 35, по-моему, было до ворот. Ну, Скиндерис с трудом, но отразил мяч на угловой.
Ну что же, угловой у наших ворот. Навес, но здесь здорово. Снова здорово действуют футболисты Зинько Минска. Снова. И в своей штрафной король. Успевает везде. Зинько тут, Фигаро там, Фигаро тут. Навес, Скиндерис нет. Скиндерис решил не играть. Защитники взяли эту функцию на себя, вынесли мяч из пределов штрафной. Ну и предложили гостям подыскать какое-то другое, иное продолжение для своих задумок. Ну вот этим сейчас и пытаются заняться футболисты Олимпика. Переводят мяч с правого фланга на левый. Что здесь предложат наши гости? Не дают, не пропускают наши ребята в штрафную. Как здорово, на подстраховочке не действует. Но сейчас Скиндерис мощно и сильно выносит мяч к центру поля, где наши попытаются сыграть на контратаке. А, к сожалению, подбора нет у нас. Вот во втором тайме, я заметил, уже не первый раз подбирают мяч азербайджанцы. Да, как-то меньше наше внимание стали уделять вот именно контр-игре, и поэтому дают возможность азербайджанцам для дальних ударов и, как следствие, для очередного углового. Оживились, посмотрите, и болельщики Олимпика. Они на трибуне в достаточном количестве для того, чтобы поддержать свою команду звучно и громко. Ну что же, какое продолжение получится у нас здесь? Неплохо. Наша защищается неплохо. Хочу отметить, что я именно так оценил эти действия. И еще один. Кстати, я заметил, что среди болельщиков команды из Азербайджана на трибунах в полном составе молодежная сборная Азербайджана. Девичья. Девичья. Да, до 17 лет, которая провела два товарищеских матча против нашей команды. В первом матче наши выиграли 1-0, и второй матч завершился в ничью 1-1. И вот они пришли поддержать соотечественников. Хорошая передача. Ой, ну здорово, Зинько. Убегай, Зинько, убегай, Коля. Ну, ай-яй-яй, в таком силовом противоборстве уступил он защитнику. Тот поставил корпус Олимпика очень умело. Мне показалось, что все-таки Зинько должен был выиграть этот забег, но почему-то показалось только. Пока с мячом Симас Скиндерис вводит его в игру мощным дальним ударом. Можно себе сейчас это позволить. Может быть, не найти какого-то продолжения, но просто на удачу, в надежде на то, что партнеры сумеют завязать борьбу на поле Олимпика. Ну, вообще, Виктор Абикой так вот по-спортивному завелся. Может быть, это ему и помогло сейчас выиграть забег у Николая Зинько. Ну, отметим, наверное, что Абикой выполняет достаточно большой объем работы. То есть он и впереди поддерживает начинание партнеров атакующие, и сзади отрабатывает. Он фактурный футболист, и я думаю, что и физически развит неплохо, и готов. Тем временем наши атакуют. Хороший пас под удар. Ну! Вот это был моментик. Неплохая атака была, по-моему. Женя. Воронков на Разина, тот касание на Лошанкова, и тот зряче бил в дальний угол. Немножечко, по-моему, в сантиметрах мяч. Да, посмотрите, щеточкой на исполнение в нижний уголок целил Евгений Лошанков в этом эпизоде. Естественно, Назим Сулейманов недоволен тем, что дали возможности пробить Лошанкову. Как говорится, бил в уголок, чтобы никто не уволок, но чуть-чуть промахнулся. И снова с мячом белорусы отобрали, не дали побладеть мячом нашим гостям. И сейчас строят очередную комбинацию, строят что-то новенькое для азербайджанских футболистов. Но азербайджанцы хорошо сыграли в обороне, завладели мячом и сейчас строят. Вот но посмотрите, передачи, неточная передача, конечно. Как здорово накрыли наши вблизи штрафной удивляю площади азербайджанцев. Ну и посмотрите, есть возможность. Нет, не стали торопить события. Мне кажется, за вот такую передачу даже в любой детской юношеской спортивной школе могут посадить на скамейку запасных надолго. Но пока констатируем травма на поле и гримаса боли. Ну вот и Бико интересуется состоянием здоровья Николая Зинько. Да, наступил на него и Бико, но вы знаете, случайно, грубовато. Но видно, да, что все-таки это непреднамеренная была грубость. Но от этого, конечно, меньше Коля не стало в этом эпизоде. Ну, мужественный парень, я думаю, что он забыл уже об этом. Да. Будем надеяться, что никаких последствий от этого неприятного эпизода Николай Зинько испытывать в дальнейшем не будет. Неплохо он сегодня смотрится. И мы вспоминали уже его роль в первом взятии ворот азербайджанской команды. Тогда он здорово ассистировал Евгению Лошанкову. Поэтому не хотелось бы, чтобы привычные хорошие связки у нас рушились из-за неприятных травм. Но пока
пытались организовать минские футболисты контр-ответ, не получилось, и азербайджанцы пытаются... Вот уже пытаются длинными передачами быстрее проходить в центр поля, да, но не всегда получается, не всегда точностью отличаются эти самые передачи, что не может не быть на руку нашей белорусской команде. Пока наши без особых проблем разрушают задумки азербайджанских футболистов. Дыры в обороне соперника. Вы смотрите, Ибико и здесь успел опередить Разина. Пожалуй, Ибико сильнейший футболист сегодня в составе гостей. Только я сказал, и он тут же после падения просит, по-моему, замену. Что-то у него, что-то приключилось с ним. По всей видимости, да, с голенью. Показывает на голень. Ну вот смотрим этот эпизод. А, все понятно. Видимо... Задел Андрей при падении. Андрей Разин, да, падает тоже. Он неосторожно нанес какое-то небольшенькое повреждение Ибико. Хотя небольшое... Ну, такому парню очень трудно нанести травму, по-моему, такому миниатюрному, можно сказать, игроку, как Андрей Разин. И будем надеяться, что и с этим футболистом все будет в порядке. Все-таки хороший игрок этот, номер 17. В сопровождении медицинской бригады покидает он пределы поля, прихрамывая, но, опять же, будем надеяться, что после заморозки, после каких-то манипуляций медицинских вернется он на поле. Тем более, что азербайджанцы играют в меньшинстве. Напомню вам еще раз, дорогие друзья. А минчане тем временем завершили розыгрыш углового хорошим ударом. Правда, не совсем в рамку ворот. Далековато. Метров 12, самой... наверное, от штанги прошел мяч. Да, но кажется, тем, что но тем не рядом. Менее, зато успели вернуться. Успели, опять же, вернуться к своей тактической схеме. Заняли свои места, предписанные. Ну да, тут помощи Григорьевича особо и не было вариантов для продолжения. Мяч на подборе он выиграл, и его уже прессинговал соперник. Естественно, решение было верным. Удар по воротам. А как уже? Ворота мимо. Это уже второе дело. Наши азербайджанские гости пытаются снова и снова найти хотя бы какое-то слабое место в защитных построениях футбольного клуба «Минск». В защите горожан не получается. Уверенно наши овладели мячом. И ну вот эта передача из разряда, конечно, не самых удачных. Не самых удачных, мягко выражаясь. Таина 40 как-то непонятное решение принял. Партнеры его не поняли, во всяком случае. А сейчас Симас Киндерис едва не ошибся. Вышел он на эту верховую передачу до мяча. В итоге не добрался, но, слава богу, подстраховали партнеры. Наши защитники, правда, недолго длилось владение белорусами мяча. Снова он у азербайджанцев, и снова они наседают на нашу штрафную площадь. Ну, наседают громко сказано, пока в центре поля идет игра, но пока что контролируют уверенно мяч наши гости. Да, нашим приходится больше сейчас в эти минуты думать об обороне, о том, как разрушить. Ну, в центре поля не очень плотно играют наши футболисты. Вот уже в обороне, да, там уже поплотнее. А здесь дают контролировать мяч соперникам. И вот что получается. Ну, ничего не получается. Это хорошо. Да, Крастовчева опять... Ну, скажем так, нехотя уронили наши на газон в штрафной площади минчан. Нарушения никакого, конечно же, не было. Потерял равновесие болгарский форвард. А у наших есть хорошая возможность для контратаки. По-моему, грубовато сыграл соперник. Грубовато, согласен полностью. Да, и Зухир Бенуахи заслуженно получает желтую карточку. И самое интересное, чем недовольны сейчас капитан Олимпика, начал предъявлять какие-то такие претензии. Ну, вы знаете, мне показалось, что все-таки обоснованы претензии. Там чуть-чуть раньше Сащека подтолкнул спину. Ну, это, может быть, показалось мне. И вот поэтому Агиль Набиев указывает арбитру на то, что он там якобы пропустил нарушение против того игрока, который потом, впоследствии, нарушил правила. Ну, у каждого своя правда. Но пока Денис Сащека, как видите, не торопясь, медленно приближается к штрафной площади Олимпика, где будет, судя по всему, ожидать передачи партнера. Андрей Разин находит такое продолжение. Ну, здесь, наверное, нет, ничего не было. Не верю, показывает арбитр Николай Узенько. Попробую в следующий раз. Ну, хотя, по-моему, особо не требовал Узенько пенальти.
Ну, упал да упал. Ты в порядке вещей посмотреть на арбитра. Может быть, все-таки нарушение. Но бывает, что любой взгляд вот такой на арбитр может быть истолкован как требование назначить пенальти. Мы знаем, что были такие случаи. Но, видимо, пока актерского мастерства Николаю не хватает. Слава богу, в этом эпизоде не хватило. Главное, чтобы ему футбольного мастерства хватило забить мяч в ворота соперника. И будем надеяться, что это еще произойдет в этом матче. Ну, тут уже, по-моему, руками действовал болгарский легионер азербайджанского клуба. Но помощник арбитра заметил это нарушение правил на Игоре Воронкове и назначил штрафной удар. Да, маневр своего земляка болгарский судья без внимания не оставил. Такой неправильный, не футбольный маневр. Но я думаю, что болгарский легионер не в восторге от арбитража своего соотечественника. Много уж очень претензий он предъявляет к судейству сегодня. Но вот мы же видим, что, по-моему, все, по-моему, четко трактует болгарский арбитр. Претензий к нему быть не может. Ну, хотелось бы, наверное, больше благосклонности к Ростовчеву в различных эпизодах этого поединка. Но все делается по правилам, по законам футбольным. Как-то хаотичная, по-моему, вот игра сейчас пошла вот последние минут 10. Что те как-то не впечатляют. Ну, больше думают о том, как бы отбиться, не думая о том, как бы организовать. Ну, хотя наверняка футболисты Олимпика все-таки пытаются что-то придумать впереди, но у них просто это не получается. Да и наши не позволяют особенно развиваться этим комбинациям. Ну и разладилась у нас игра комбинационная. Я вижу, в центре поля как-то Сащенко с Лошанковым немножечко в последнее время стали, я бы потеряли, сказал, да, быть, да, инициативу как-то не очень ладится у них игра. Динамики и скорости в развитии атак пока у мяча не получается. Усыпляют, не наверное, бдительность соперника. Давайте расценимся так, согласен. Приятное такое вот предположение. Будем надеяться, что действительно это хитрый игровой маневр. Пока мяч снова у футболистов Олимпика, пересекают они центральную линию поля, ищут продолжение на ударную позицию. Ой, неприятный пас. Вот видите, тут ошибка Дмитрия Щегряковича, он выбросился на соперника, оголил левую зону защиты, и соперник тут же воспользовался этой прорехой в обороне. На 66-й минуте Зухир Бенуахи таким вот не совсем правильным способом, что ли, отквитывает этот мяч. Оживились азербайджанские трибуны, оживились азербайджанские болельщики. У них появляется надежда, надежда на спасение. Да, вот все-таки навыков игры в защите не хватило сейчас Дмитрию Щегряковичу. И вот такая вот оплошность позволила гостям сократить отставание от нашей команды. 2-1, это уже такой тревожный звоночек. Все-таки столько было шансов у минчан забить третий мяч, и как бы это ни аукнулось нам. Но расточительность все такая. Все это, мне кажется, следствие того, о чем вот мы говорили буквально 3-4 минуты назад. Наши ребята вот потеряли, что ли, нити в этой игре. Ну, может быть, подумали, что с удалением игрока как-то все само собой появится. А видите, все-таки футбол такая игра, которая не прощает какого-то легкомысленного отношения к ней. Мелочей здесь нет, дорогие друзья. Я думаю, вы согласитесь с нами. Развитие событий в сегодняшнем поединке это еще раз наглядно подтверждает. Итак, футбольный клуб Минск выигрывает 2-1, но до конца сегодняшнего поединка еще достаточно времени, половина второго тайма. Да, и у гостей появляется шанс. Надежда, они воспряли духом-то, собственно, безнадега была полная и на лицах, и в действиях футболистов Олимпика, а здесь шанс появляется. Ну вот Николай Зиньков выиграл позиционную борьбу у соперника, у Виктора Бекоя, и тот, тому не оставалось ничего делать, как нарушить правила против Николая. Да, вынудил он его ошибиться. По-борцовски приземлил он его на зеленый газон. И Роман Василюк выходит и меняет Николая Зинько. Ну что, Николай сегодня проделал очень приличный объем работы. Голевую передачу сделал при первом взятии ворот. И я думаю, что те аплодисменты, которых он удостоился от публики Минска, он все-таки заслужил по праву. Ну и Роман Василюк, я думаю, тоже имеет возможность отличиться и, будем надеяться, проявит себя за оставшееся время. Конечно, освежает Виталий Тараканов, извините, освежает переднюю линию, освежает вот именно
атакующие атаки своей команды в надежде на то, что у почти всегда, скажем так, быстрого Романа Василюка все-таки появится шанс в контратаке. Предвидя то, что пойдут азербайджанцы вперед, Виталий Тараканов хотел бы получить такую возможность для контратаки быстрой. Ну! И что же в этом эпизоде хотел сделать Роман-то, а? Не, ну тут все понятно. Он бил по мячу, но, к сожалению, опорная нога попала раньше по мячу, чем ударная. И получился вот такой непонятный пируэт. Ну, будем считать, что это недоразумение. Что это была первая проба, первая попытка, легкая такая вот тренировка. Хотя, конечно, размятым нужно быть и выйти на поле, нужно быть всегда. Ну, Роман готовым. Забил за свою жизнь уже не одну сотню мячей, поэтому никуда от него мастерство не делось. И очень бы хотелось, чтобы чутье тоже. Одним голом стало больше в его послужном списке. Хотелось бы, не скрою. После сегодняшнего поединка. Чтобы успокоились немножко и трибуны, которые тоже пытаются взбодриться и какими хорошими, добрыми лозунгами, речевками, кричалками пытаются белорусские болельщики поддержать футболистов Минска. Вы видите, хватает и юных любителей футбола на трибунах стадиона «Динамо». Здорово, что и старый млад пришли поддержать нашего первопроходца в нынешнем еврокубковом сезоне. Напомню, что подопечные Виталия Тараканова первыми из белорусских клубов вступили на тяжелую и такую препонистую, употребим такое слово, Лигу Европейскую тропу. Неприятный эпизод. Как здорово играл Симас Киндерис. Жаль, получил он травму. Но момент тревожный. Честно говоря, сердце ёкнуло. Знаете, я даже как-то дар речи потерял. Настолько здорово сыграли футболисты Азербайджана в атаке. И Симас ценой, по-моему, травмы. Ну, не хотел бы, чтобы была страшная травма. Спас все-таки положение. А это был реальный голевой момент у гостей. Как бы не хотелось, чтобы Симас Киндерис, так здорово игравший в сегодняшнем поединке, так уверенно стоявший на последнем рубеже Минской обороны, получил такое повреждение, которое не позволит ему продолжить сегодняшний поединок. Пока мы видим, что колдует над ним эскулапы. Ну вот мы видели на повторе, что, скорее всего, это Андрей Разин так вот непреднамеренно нанес ему травму и вот держится за ребра. Будем надеяться, что ничего страшного не случилось. И он продолжит все-таки, Симас, этот матч. Но пока наши футболисты получили возможность, мне кажется, своевременную такую возможность, необходимо, не нужно слегка успокоиться и внести какие-то коррективы в действие. Потому что тревожно. Тревожно, посмотрите, я думаю, что и выражение лица Виталия Тараканова ничего иного, кроме волнения и беспокойства, нам не гарантирует. Но вот этот момент, будем надеяться, встряхнет минчан все-таки. По-моему, чуть-чуть усыпили бдительность соперники. И вот этот момент, опять-таки, повторюсь, будем надеяться, будет каким-то водоразделом, что ли, замораживают, в этом поединке. Замораживают колено Симасу Скиндерису, чтобы это, ой, дай бог, чтобы это не помешало ему в какие-то ответственные моменты, когда нужно проявить все свое вратарское мастерство, вот блеснуть. Ну что, еще больше 15 минут до конца, около 20 минут даже до конца поединка. У гостей появился 5 минут назад шанс спасти этот матч, хотя они играют в десятером, напомним. Удаление было в составе гостей во втором тайме, и нашим футболистам надо что-то предпринимать, чтобы переломить ход поединка. Последние минуты инициатива именно у гостей. Ну что же, вся надежда на наше нападение, на Романа Василюка, в частности, свеженького Романа, который только недавно появился на зеленом поле. Хотелось бы, чтобы он, как говорится, вспомнил молодость и проявил весь свой футбольный талант. Вместо этого, дорогие друзья, получаем неприятный штрафной в нашу сторону. Тут такая вот дилемма сейчас перед Виталием Тараканом. То ли усилить оборону, может быть, следующей заменой. То ли укрепить атаку. Защиту. Мне кажется, все-таки я склоняюсь такое мнение, что пора вот нести больше спокойствия. Возможно, свежие защитники, игроки из задней линии, они бы, ну, и помогли партнерам. Передать нужно какое-то им спокойствие. Пока неприятный навес в нашу штрафную. Но особо не было нагрузки на оборону минчан, поэтому вполне возможно, что физические кондиции на уровне у защитников. Ну, может быть, центр поля укрепить, не знаю, это
мне кажется, Виталию Юрьевичу виднее, и он сейчас сам, наверное, раздумывает о своем следующем шаге. А да. То, что замена последует, я не сомневаюсь ни капельки. Ну, может быть, попридержит Виталий Юрьевич замены на последние минуты. Посмотрите, вот. Судья не дает, не поднимает флажок, не зажигает. И... Да, остается только вздохнуть. Опять Роман Василюк упускает реальную возможность увеличить. Эх, счет. Рома, Рома, ну был же шанс и хороший, убрал под левую, спокойненько. И все же сделал вроде по уму, но почему-то мяч разминулся с воротами. Не фартит Роману Василюку в последнее время, как мне кажется, я констатирую это после просмотров последних чемпионатных матчей футбольного клуба «Минск». Не знаю, то ли прицел сбился, то ли уверенность у Романа потерялась. Очередная комбинация великолепного исполнения наших футболистов. Андрей Разин у правого углового флажка. Последует, видимо, навес. Да, навес в район 11-метровой отметки. Ну, очень просто, по-моему, сыграл. Можно было что-нибудь поинтереснее придумать. Но, видимо, уже не было продолжения. Не выбрал Андрей. И вот соперники быстро очень контратакуют. Ну, столь же быстро теряют мяч. Столь же быстро теряют, да. Вот сейчас уже фиксирует арбитр вне игры у Романа Василюка. В предыдущем моменте, когда Роман выходил 1-1, он абсолютно правильно разобрался и не зафиксировал положение вне игры у Василюка. Он был в правильной позиции в момент передачи. Но будем надеяться, что такие моменты у Романа еще обязательно будут. То есть хорошо вот он играет именно на последней линии, около последнего выбирает защитника. Выбирает позицию очень здорово, очень грамотно. Вот и сейчас, смотрите, здорово он открылся на линии офсайда, что называется. Но соперники бдительнее отбирают в этот раз мяч у него. Да и прием не получился немножко у Романа. Далековато он отпустил от себя мяч в этом эпизоде. И, собственно, он стал... Я имею в виду мяч, конечно же, стал добычей азербайджанских защитников. Не передерживают мяч наши игроки в центре поля. Сразу же следуют длинные продольные передачи в линию атаки. И вот мы видели, что пару раз... Убегал Роман Василюк один на один. К сожалению, не реализовал ни один, ни второй выходы. Но время еще есть. Около 15 минут. Да, до окончания основного времени этого поединка, я имею в виду основных 90 минут, без учета компенсированного добавленного времени, которое наверняка прибавит к 90 минутам арбитр сегодняшней встречи. Но пока счет 2-1 в пользу футбольного клуба «Минск». Счет, который... гарантирует белорусам выход в следующий квалификационный раунд Лиги Европы. Но волнение, честно говоря, все больше и больше нарастает. И на трибунах, и в наших, согласитесь, дорогие телезрители, сердцах, тех, кто внимательно следит за этим поединком, не просто минчанам, потому как азербайджанцы действительно проявляют себя настоящими бойцами. Ну, я вижу, что чуть-чуть укрепили минчане оборону. Уже Таина Соры все-таки больше действует в обороне, помогает Рахманову и Сачивко справляться с нападающими гостей. Да, первым таким волнорезом сейчас Сора выступает в роли на месте опорника. Вот он играет, опорного защитника. И... Никаких подключений. Я вижу, что он даже уже и не думает об атаке. Там есть кому играть. Вот смотрите, какая отличная передача Лошанкова на Разина. Разин по правому краю здорово. Продвигался, сделал передачу в центр. Успевает защитник сыграть в этом эпизоде, заблокировать эту передачу Андрея Разина. Ну, все правильно, мяч он делал. Уходит на угловой, да. По-другому этот эпизод тяжеловато было продолжить Андрею. Вы видите, капитан Минска достаточно тяжело дышит. Тяжело приходится. Белорусам приходится взвинчивать темп для того, чтобы отодвинуть игру от своих ворот. Ну, а на поле выйдет сейчас Сергей Гигевич. Футболист, который известен хорошими скоростями. И вполне возможно, он и есть тот самый джокер, который поможет нашей команде вернуть инициативу. Вместо Дениса Сащека сейчас Сергей Гигевич появится на футбольном поле. Ну что же, автор второго мяча в сегодняшнем матче Денис Сащека покидает поле. Поблагодарим его за хорошую игру, за хороший, замечательный первый тайм и за тот самый нужный и важный голевой удар.
Минчане подают угловой, но здесь внимательно действуют футболисты Олимпика. Выносят они его мяч из пределов штрафной площади. Но зато он оказывается у минчан, которые готовят новое наступление. Не торопится, наши комбинируют. На длинные передачи пока не надеются. Хотя отлично. Хорошая передача. Ну, решай эпизод. Николай Осипович оказался на острие атаки. И все-таки навыков, наверное, тоже ему не хватило игры в атаке. А ведь здорово открылся и получил своевременную передачу от партнера. Ну вот посмотрите, у Николая Псиповича был прекрасный шанс, ну, посильнее ударить, но не низом и не рядом с голкипером. Но тем временем белорусы снова атакуют. Неудачная передача. Азербайджанцы перехватывают. Ну это уже Гигевич вступил в игру, очень активно прорвался по левому флангу, делал передачу в центр, чуть-чуть не прошло. И вот замена готовится у гостей. Эльшан Мамедов выйдет на поле вместо Менсура Лимани. Быстро очень проводят замену. Ну, гости. Последний шанс, собственно, получается у Сулейманова, у главного тренера Олимпика. Ему нужно выискивать какие-то козыри, какие-то, может быть, слабые стороны в обороне минчан и туда внедрить новых футболистов, чтобы они смогли проявить. Сорон нарушает правила у бровки. Может быть, опасно этот штрафной, если... Да, будет, наверное, делать навес Нукзар Квирте в штрафную площадь нашей команды. По хоккейному сыграл Сура. Я не знаю, играют ли на родине у Таина Адама в этот замечательный вид спорта, но здесь ну, такой хоккейный силовой прием он применил. Впрочем, наверное, и в футболе такие элементы имеют место быть. Пока волнуется Симас Киндрис. Делает замечание болгарский арбитр футболистам, которые ведут борьбу руками в штрафной площади. Фух, отлегло. Наши сумели вынести мяч. И быстро контратакуют. Почему бы нет? Почему бы не попробовать атаковать? Хорошая передача. Уйдет. Нет, не ушел. Андрей Разин от опекуна. И здесь и Бекой оказался. Смотрите, все-таки действительно вездесущ. Да, есть и Бекой, и все остальные, что называется. То есть и Бекой в самых ключевых моментах оказывается на самых важных местах на футбольном поле. Чаще всего мы упоминаем фамилию этого легионера в последние минуты поединка. Здорово, отлично, вырвал мяч Андрей Разин. Ну, хорошая передача, нужна же. Передачки не получилось. Но, видимо, силовая борьба отняла у Андрея слишком много сил за этот мяч. Да, сам расстроен, мы видим. Он сам понимает, что отличный был шанс решить исход этой игры и противостояние двухматчевого именно в этом эпизоде. Но почему-то такое примитивное продолжение выбрал прямо в ноги сопернику. Но жаль, очень жаль. Сбивают темп наши футболисты, не торопясь. Сейчас подадут угловой. Но действительно, нужно, необходимо нашим ребятам время для какой-то передышки. Эх, Рома, вспоминаем мы еще раз. Хороший шанс у Романа Василька в последний эпизод. Ладно, будем надеяться, что они еще обязательно будут. Пока навес и... Такое было ощущение, что Артем Рахманов готов пробить головой с точной передачи Александра Сачивко. Но это было обманчивое впечатление. Мяч прошел мимо и ушел за боковую. Вот уже гости спешат начать очередную атаку на наши ворота. Да, все меньше и меньше времени остается у них для того, чтобы спасти этот поединок. Напомню нашим уважаемым телезрителям, ежели случится, что... Стучу по дереву, да. Гостям просто необходимо сравнивать счет, и тогда они проходят следующий раунд Лиги Европы. Нашим ребятам нужно сохранить этот счет и самим попробовать забить, чтобы успокоить и себя, и своих болельщиков, и, соответственно, получить право на выход в следующий раунд Лиги Европейского турнира. Пока счет 2-1 в пользу футбольного клуба «Минск». Напряжение нарастает, признаюсь вам честно. И вот замена в составе минской команды. На поле сейчас выйдет... Навикас выйдет на поле. Да, Донатас Навикас появится на поле. Заменит он 11-го номера в составе нашей команды Евгения Лошанкова. Сопровождает Евгения Лошанкова капитан команды гостей. Такой почетный эскорт. Да, просит его, наверное, побыстрее покинуть. Нет, это Бенуахи сопровождает его. Конечно, они тревожатся, гости, за то, что мало времени останется. Ну вот, как мы видим, Андрей, что Виталий Тараканов предпринял попытку укрепить
все-таки заднюю линию. Нет, ну Навикас будет действовать, скорее всего, в полузащите, но я думаю, что без подключения. Все-таки исключены будут подключения. Хотя мы знаем, что Навикас больше привык действовать под нападающими. Он очень такой, что называется, креативный полузащитник. Вряд ли он будет нацелен на ворота. Хотя нет, мы видим, что он перешел уже половину поля и находится на именно гостевой половине поля. Ну, возможно, свежая сила, то есть скорость по сравнению с уже уставшими, отыгравшими почти всю игру азербайджанскими защитниками, у Навикаса будет и повыше. А пока футболисты Минска получают право на штрафной удар. Ну, именно нарушение на Навикасе сейчас было совершено. Он очень активно сыграл, сделал передачу на Гигевича. И в момент передачи, смотрите, был неправильно атакован. Да, Гиль Набиев получил предупреждение от арбитра сегодняшнего поединка. Трибуны скандируют «Разин, Разин», наверное, просят Андрея красиво и по-разински исполнить очередной штрафной удар. Но посмотрим. Там еще и Сачивка находится возле мяча. Мы знаем, что и Александр может пробить плотно и точно. Ждут, ждут трибуны. Но, судя по разбегу, Разин будет бить все-таки. И, судя по всему, будет закручивать мяч, наверное, в угол. Хотя, кто его знает, он достаточно хитроумен. Посмотрите, какой хороший удар. В дальний угол Андрей пытался... Ну что, я... А, нет, все-таки нарушения нет. По правилам сыграл соперник. Но мяч остался у наших, но они упускают, к сожалению, за боковую линию. И уже азербайджанцы будут водить мяч из-за боковой. Да, Джахангир Гасанзаде в предыдущем эпизоде сыграл здорово, выкрал мяч из левого от себя угла ворот, хотя Андрей Разин неплохо исполнял штрафной удар и бил. Но вот сейчас мы видим, как Николаю Осиповичу предъявлена желтая карточка за неспортивное поведение. В данном случае он отбросил мяч после свистка, и арбитр тут же наказал его предупреждением. Не многовато ли предупреждений, а, Андрюша? Ну, я думаю, что это не самая большая проблема. Если мы пройдем в следующий раунд, об этом никто и не вспомнит. До поры до времени, возможно. Пока трибуны скандируют «Вперед, столица!», призывая футболистов Минска взбодриться. И эти последние без малого 5 минут этого поединка продержаться и удержать те самые цифры на табло, которые пока, напомню вам, дорогие телезрители, радуют наши болельщицкие сердца. Футболисты Минска выигрывают со счетом 2-1 у бакинского «Олимпика». «Вперед, столица!» скандируют наши болельщики, поклонники футбольного клуба «Минск», и пытаются тем самым поддержать наших белорусских футболистов в этом непростом поединке, в его сложном окончании. Василюк нарушает правила. Да, он локтем, по-моему, ударил соперника в борьбе за мяч. Ну, так бывает в верховой борьбе. Здорово, здорово. Наши перехватывают мяч на линии своей штрафной. И сейчас попробуют, наверняка попробуют что-то хорошее придумать. Посмотрите, как гастроумно сыграли наши. Хорошая передача. Но вне игры фиксирует арбитру Гитневича. Да. Немножко забежал он. Гасанзаде оказался первым на этом мяче. Быстренько ввел мяч в игру. И футболисты «Олимпика» идут в одну из своих последних атак. Одна из последних попыток азербайджанских футболистов спасти этот поединок и решить исход противостояния в свою пользу. Едва не ошибаются наши при обороне собственных ворот. И уже у наших появляется возможность для разящей контратаки. Василюк с мячом по диагонали продвигается. Великолепная передача. Хорошая Андрея такая Разина. Скрытая передача. Оставляет Андрей Разин мяч партнеру, под удар оставлял. Не получилось, но с мячом снова Василюк. Хороший момент для удара и... Опять не везет Роману. Посмотрите, что творится в обороне у азербайджанцев. Это просто проходной двор какой-то. Что хотели, сейчас сделали наши игроки. Не хватило самого малости завершающего точного удара. И Роман вроде бы в позиции находился правильно, но почему-то не по Василюку, не по Василюковски сыграл. Да, да, очень да. Сильно пробил, хотя мог бы что-то потоньше придумать, как он умеет. А я вспоминаю мультфильм, замечательный мультфильм «Боцман и попугай» советских времен, где рефреном, главными словами этого
мультфильма были слова моряка боцмана, который своему попугаю говорил всякие обидные слова, на что попугай ему отвечал: «Эх, Рома, Рома». Еще раз хочется повторить именно это, но будем надеяться, что достучимся мы, вот пусть из верхотуры стадиона «Динамо», из комментаторской кабины достучимся до Романа Василюка, пока мы видим такой удар, ну, наверное, не то чтобы с испугу, но от переживания, от эмоций. Конечно, и Бекой. Совершенно верно. Он еще и бить поворотом успевает чужим. Я подозреваю, что Виктор Бекой является любимцем азербайджанских болельщиков, любимцем поклонников клуба «Олимпик», потому что действительно ведет за собой партнеров в самые непростые моменты этого поединка, самые сложные его минуты. Ну что же, внимательнее в обороне нужно сейчас играть. И попроще, да, совершенно верно. Ну, пока так наши ребята и действуют. И вот очередной пас Роману Василюку. Что же он предпримет в этом эпизоде? Но, судя по всему, не зафиксирует нарушение болгарский арбитр. Нет, ну тут, по-моему, чисто сыграл защитник. Но Роману больно. Больно. И обидно, конечно. Это. Стоило прокинуть мяч вперед, и он выходил на оперативный простор. Последняя минута основного времени завершается в матче футбольного клуба «Минск» и бакинского «Олимпика». Белорусы выигрывают 2-1. Выигрывают и явно собираются решить исход противостояния в свою пользу. Здорово наши пока владеют с мячом. И Роман Василюк финтит, говоря нашим дворово-футбольным языком. Но финты эти, они, к сожалению, оканчиваются потерей мяча. Хотя бакинцы тоже недолго этим мячом владели. Снова мяч у белорусов, и снова они... И что? Навикас, да. Оказывается, вне игры забежал вперед. Да, задержался, мне кажется, умышленно он на поле. 3 минуты добавляет болгарский арбитр. И, кстати, успевает вынести предупреждение Навикасу. Опять-таки за неспортивное поведение, за то, что тот отбросил мяч после свистка. Ну что же, прошло основное время сегодняшнего матча. Пошли 3 компенсированные минуты. Почаще мы сейчас будем смотреть на секундомер. Естественно, желаем мы успеха нашей белорусской команде. И хотелось бы, чтобы первый блин, еврокубковый блин, который испекут наши белорусские полпреды в еврокубках в нынешнем сезоне, не оказался комом, вопреки поговорке, хорошо всем нам известной. Пока минчане владеют мячом и, естественно, не дают возможности азербайджанцам что-то придумать впереди. Но вот потеря. Но потеря-то оказалась не такой уж и горькой. Снова с мячом белорусские футболисты. И посмотрите, как прорывается здорово мяч у Сергея Гигевича. Из-под ног у него выносят азербайджанцы мяч за боковую линию. Аут. Наши, конечно же, не будут торопить события, не будут торопиться вводить мяч в игру. Надо бы это сделать поаккуратнее, по той причине, что болгарский арбитр может расценить это как задержку времени. Но пока Щегрикович ввел на Василюка, тот отыгрывает, да. Щегрикович обратно. Ну, правильно, нужно подержать, конечно, мяч, конечно, поточнее попередавать его, чтобы не случилось неожиданной, непредвиденной потери. Пока мяч у наших, хороший прорыв, пас под удар, ну бей! Ну, Роман Василюк все сделал для Навикаса и удобную передачу сделал. И тот вроде бы все правильно делал, вот опять-таки не хватило завершающего удара точно. Мне показалось, что у Навикаса нерабочая все-таки левая нога была. И вот в этом эпизоде он этой самой левой ногой не совсем убедительно пробил поворотом «Олимпика». Ну, посмотрите, мяч снова у наших, оказывается. Ну, ребята, попробуйте поразумнее. Здорово, здорово, пока все хорошо. Левым флангом наши атакуют. Гигевич укрывает мяч корпусом. Такая позиционная игра с его стороны. Ну, что покажет арбитр? И за боковой бросают гости. Ну, ничего, несколько десятков секунд выиграны и в этом эпизоде. Ну, можно было, конечно, выжать максимум, но не получилось Гигевича. 30 секунд остается до окончания уже компенсированного времени сегодняшнего поединка. 2-1 минчане по-прежнему выигрывают у азербайджанского «Олимпика». Но наши гости находят в себе силы для последней атаки, которая завершается ничем.
Наши выносят матч, мяч за боковую линию. Требуют трибуны от арбитра сегодняшнего поединка финальный свисток. Но, естественно, он... Подождите, говорит, чуть-чуть. Подождите. Случится только тогда, когда минут эти самые три добавленные к сегодняшнему матчу минуты. И вот он, финальный свисток. Ну что ж, дорогие друзья, поздравляем. Поздравляем команду Виталия Тараканова, которая после домашней победы над Бакинским Олимпиком со счетом 2-1 сумела пробиться во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Ликуют белорусские трибуны, ликуют минские болельщики, и это здорово. Ну что ж, поздравляю нашу команду с удачным поединком, победным поединком, который позволил нашим ребятам продолжить борьбу в розыгрыше Лиги Европы. Напомню, что следующим соперником минчан на тернистой лигоевропейской тропе станет турецкий Газиантепспор. Команда, конечно, уже гораздо более опытная, гораздо более строгая и грозная, чем Олимпик. Но, тем не менее, лиха беда начала. Андрей, ваше резюме к сегодняшнему поединку. Ну, вы знаете, мне очень понравилось то, что именно в итоге все-таки наши футболисты одержали победу. Все-таки это был первое противостояние в Еврокубках в этом сезоне для наших клубов. И я думаю, что этот матч смотрели и в Гомеле, и в Борисове, и в Солигорске. То есть хорошее начало. Я думаю, что наши клубы последуют этому примеру футбольного клуба «Минск» и также продолжат удачное выступление в Еврокубках. Итак, дорогие друзья, четвертая минута. Великолепный удар головой Евгения Лошанкова выводит футболистов «Минска» вперед в сегодняшнем матче. 1-0. Через 7 минут, на 11 минуте, Денис Сащека блестяще завершил контратаку в своем собственном исполнении. Здорово он выдержал паузу и целенаправленно пробил в дальний угол ворот Бакинского Олимпика. 2-0. Так завершился первый тайм сегодняшнего противостояния. Во втором, к сожалению, случился гол. Гол в этом эпизоде записали на счет Бенуахи. Но, согласитесь, в этом эпизоде больше заслуга принадлежит нашему футболисту, который так неосторожно срезал мяч в собственные ворота. После этого у Романа Василюка, вспоминаем с огорчением, был целый... Россыпь моментов. Совершенно верно. Но, к сожалению, найти им правильного такого голевого завершения Роман не смог. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Будем надеяться, что туркам он точно забьет. Да, что отставил он свой голевой задел, голевой настрой на следующий поединок минчан в Еврокубках. Ну а пока мы передаем слово редактору нашей трансляции Александру Ярмашу, который готов побеседовать с Виталием Таракановым. Пожалуйста, Александр. На меня смотрите. Добрый вечер, коллеги, добрый вечер, телезрители. Рядом со мной стоит главный тренер футбольного клуба «Минск» Виталий Тараканов. Виталий Юрьевич, поздравляем вас с победой. Оцените сегодняшние действия вашей команды. Что получилось, что не получилось? Ну, во-первых, спасибо за поздравления. Очень рады, что прошли в следующий раунд. Ну, а не получился немножко у нас второй тайм. То есть не то, чтобы он не получился, реализация подвела. Столько моментов создали. И все на тоненького до конца. Вот это немножко разочаровывает. А так, конечно, благодарен ребятам, потому что играть в таком режиме очень тяжело. И сами видите, многие футболисты к концовке уже подсели. И просто было видно, что люди устали. Скажите, во втором тайме было удаление у соперника. Как это? И ваша команда немножко сбавила. Как это связано с этим? Я думаю, что вот этот момент как-то и повлиял на футболистов. То есть немножко не так они стали играть. Я говорю, опять же, реализация. Столько моментов создали, и не забить еще хотя бы один гол, имея таких форвардов такого уровня, негоже. А удаление, оно действительно, я считаю, именно наложило отрицательный отпечаток. Роман Василюк остался на лавке запасных. Почему? В прошлой игре неплохо проявил себя Зинько, точно так, как и сегодня в первом тайме. Чуть даже больше он играл, очень неплохо себя проявил и в этой игре. Поэтому решили Рому поберечь на концовку.
зная, что Рома человек момента, и надеялись на это. Видите, немножко у него сегодня не получилось, хотя моменты для того, чтобы забить гол, у него были. Тренер соперников нелицеприятно высказывался о вашей команде. То, что вы не окажетесь даже в шестерке азербайджанского чемпионата, может быть, это немножко помогло выиграть сегодня? Ну, я думаю, что и это завело ребят. Вообще, я не рассуждал на эту тему, какое бы мы место заняли в азербайджанском чемпионате. Меня больше волновал вопрос пройти в следующий раунд. Мы это сделали, и я благодарен своим футболистам за это. Ну, первый раунд преодолен, следующий соперник турецкий. Какие планы строите? Какие планы? Поедем в Турцию. Вот наши планы. А поедете зачем? За победой, может? Ну, мы стараемся играть в каждой игре на результат. Не всегда это получается. Но вот видите, сегодня получилось, чему и очень рады. Виталий Юрьевич, ну, у вас последнее время в чемпионате как-то не очень дело лазится. Как думаете, эта победа послужит каким-то трамплином для будущих побед и поднятия Минска в турнире таблицы на, к примеру, прошлогодняя позиция, третье место? Ну, мы будем это стараться делать, хотя я говорю, опять же, что очень сложный график. То есть у нас игры очень часто и не такая большая скамейка, как хотелось бы. Поэтому есть микротравмы, которые не позволили сегодня ряду футболистов выйти. Будем надеяться, что эта победа, так, как вы сказали, послужит трамплином для дальнейшего успеха в национальном чемпионате. Спасибо, удачи вам. Был Виталий Тараканов, главный тренер футбольного клуба «Минск». Мы поздравляем футболистов «Минска» с выходом в следующий раунд. Коллеги, вам слово. Спасибо, Александр. Спасибо, Виталий Юрьевич, за ту радость, которую вы доставили всем белорусским болельщикам. Ну что ж, они громогласно приветствуют белорусские трибуны, трибуны стадиона «Динамо», приветствуют тренера победителей. Итак, футбольный клуб «Минск» прошел во второй квалификационный раунд розыгрыша Лиги Европы. Ну что ж, отметим, опять же, напомним и повторим, что это был дебют минчан на еврокубковой арене. Ну что ж, Андрей, давайте присоединяйтесь поздравлениям. Я думаю, вы не откажетесь это сделать, этот приятный момент. Я думаю, что я присоединюсь к тем многочисленным поздравлениям в адрес футбольного клуба «Минск». Действительно, их дебют в Еврокубках получился удачным. Ну, были, конечно, изъяны в игре. Я думаю, что пища для размышлений есть у Виталия Тараканова. И тренерский штаб разберет и этот матч, и первый, и сделает соответствующие выводы. Но самое главное – победа. Самое главное – победа. Поздравляем всех с этой победой. Поздравляем вас, дорогие телезрители. Напомним, что в следующем раунде розыгрыша Лиги Европы футболисты Минска встретятся с турецким «Газиантеп Спором». И будем надеяться, что все там случится и завершится так же благополучно, как и сегодня. На этом, пожалуй, что все. Телеканал «Столичное телевидение» завершает свою трансляцию поединка розыгрыша Лиги Европы, первого квалификационного раунда этого турнира между футбольным клубом «Минск» и азербайджанским «Олимпиком». Помогали смотреть вам этот футбольный репортаж известный белорусский журналист, главный человек в нашем белорусском футболе, пресс-атташе Ассоциации белорусского футбола Андрей Чепа. И я, меня зовут Игорь Калиньков. Так что до новых встреч на телеканале СТВ. Давайте смотреть наш белорусский футбол вместе. До свидания.